меня будет второй микрофон, я буду ходить с вами, вы организованно поднимаете руки, и когда будут ответы на вопросы, Михаил Николаевич, пожалуйста, я буду к вам приходить. Да, я во-первых, хочу сказать, что несмотря на все происки всяких там врагов и оружия выраженных, я и мы все равно наша встреча состоялась, ну, видимо, частично какие-то люди еще доезжают, поэтому, поскольку мне звонило несколько человек еще, я хочу вам сказать, я с самого начала пока начну, у нас будет хорошая дискуссия, тут, во-первых, это будет дискуссия, а не там мой монолог, во-вторых, со мной тут очень хорошие люди, Владимир Ладовой, он был реформатором, на самом деле первым и главным украинским реформатором, был в свое время кандидатом в президенты и составил серьезную конкуренцию тогдашнему МИКе. Николай Сирый, который есть выдающийся юрист, и Владимир Майстришин, это один из лучших предпринимателей, инноваторов в области экономики. Вот у нас реально крутые люди вокруг. Но я хочу вам сказать, показать, перед тем, как другие подтянутся, я хочу ваше мнение, я сейчас делаю фильм про то, про Украину, какой она может стать. В том числе тут про Одессу очень много. Мы этот фильм сейчас в процессе делаем, мы заканчиваем его. Мне бы хотелось продемонстрировать это уже на самом деле, но на самом деле пока этого всего нет. Поэтому я хочу, чтобы вы включили этот фильм. Значит, может быть, даже свет можно чуть-чуть отключить, чтобы можно было его смотреть. Вот, например, про туризм, потому что... В Украине есть совершенно фантастический потенциал туризма. И тут просто надо переосмыслить географию страны. Тут есть несколько регионов, субрегионов, которые очень хорошо будут настраиваться. Во-первых, есть Закарпатье, это австро-венгерский курорт, где у нас есть один большой музей, все его знают. Один большой не будет работать 10 штук. Но их почти никто не знает. Почему? Потому что украинская так называемая элита туда не ездит. Ведь когда элита была в Вене, они туда ездят. Из Киева в Закарпатье ездят. Там даже нет аэропорта. Надо это все поменять. Там есть виноградники типа полгрипа 16 века. Чернавцы. Один из красивейших. Абсолютно волшебный городок. Приз при увеличении мирового сокровища. Ужасные аэропорты, которые нужно срочно превращать в большой лоукост аэропорт. Я думаю, что чернавцы спокойно могли предпринимать 3-4-5 миллионов туристов в год. Просто не просто чернавцы, это чернавцы, Хатынь и Каменец-Подольск. Это треугольник совершенно волшебный, средневековой крепости, где было столько разных культур. Первая столица Литвы, польский город, украинская история, российская история, вокруг бегали еще атаманы, шведы туда ходили. То есть пересечение всех культур, всех цивилизаций, настолько настроение, туда спокойно можно привести новых туристов. Он был основан совсем недавно, всего 200 лет тому назад, и здесь никогда не было крепостного права феодализма. Здесь сразу перешли на рыночные отношения. Он город создан на космополитической традиции. То есть даже здесь сегодня живет 165 разных этнических групп, и тут никогда не было этнической дискриминации. В своем роде это мини-Соединенные Штаты Америки, единственное в таком роде на карте всей Европы, не только Украины. Поэтому город имеет торговый порт, нужно выносить за пределы города Одессы. А в Одессе надо делать то, что я уже почти сделал. Потом и, кстати, в Одессе. Потому что в 2013 мы уже открывали большой порт круизных кораблей Royal Caribbean.
со связью между Батуми, Одесса и Стамбулом. К сожалению, Грузия сменила правительство, и этот проект я не смог завершить. Но его должна завершить Одесса. Одесса должна превратиться в главный хаб круизных кораблей на Черном море. Мы должны привлечь сюда и Royal Caribbean, и другие большие круизные компании. И это имеет большое будущее. А здесь пассажиры. Это дополнительно 1,5 миллиона туристов год для уникальнейшего города Украины и Европы. Одесса – город великой культуры. Тут целые пласты еврейской культуры, русской культуры. Украина взяла себе это великое историческое наследие, и, конечно, это и богатство Украины. Сейчас город великих писателей, музыкантов и других исторических фигур, к сожалению, захвачен местечковой мафией, которая нещадно этот город убивает. Но это временная ситуация. А здесь все поменяется. Поменяется в том числе и транспортная инфраструктура. Сюда будут ходить быстрые поезда из Киева, которые будут доходить сюда очень комфортно, максимум за 2-2,5 часа. Тут будет проходить автобан Киев, Одесса, Бухарест. Или Бухарест, Одесса, Киев, Минск, Вильнюс. И пойдут огромные туристические, торговые, человеческие потоки. Сорта винограда. Их можно просто нужно развивать, выращивать, иметь государственную программу. И вино привозит туристов. Вино, культура, красивые женщины, кухня. Это Теулановский спуск. Самое сердце Одессы. В нескольких шагах от Дерибасовской улицы и оперного театра. Это не декорации для фильма ужасов. Это то, до чего довела это прекрасное место местная мафия, которая завладела городской властью и которая специально убивает это историческое место. Они хотят его убить, уничтожить, чтобы застроить искусственными новостройками и продать квартиры. Деволан был голландским инженером, он заложил план Одессы. Настолько это цинично, что вместо его имени сейчас так убивается. Но это все поменяется. Тут будет комплексная реконструкция. У меня есть опыт, что Тбилиси – та улица, на которой я родился, и которая очень похожа на центр Одессы, тоже была разбита. Мы ее восстановили. Для мира старая Одесса есть настоящая Одесса. И она предстанет перед Украиной, перед Европой, перед миром в своем превосходном величии. Некоторые одесситы
шутят, что тут надо построить квартал красных фонарей. Ничего доброго. Здесь будет Монмартр Одессы, Рамбль Одессы, Андреевский спуск Одессы. Тут будет чудо. Будет очень красиво. И это все останется в прошлом, как кошмарный сон. Будем работать.
там, это состоит из 7 эпизодов. Второе – это новое государство. Не выключим, выключим еще раз, это второй эпизод пока. Да. Я Михаил Саакашвили. Первый раз я приехал в Украину, когда мне было 17 лет. И с тех пор я влюбился в Киев, в первую очередь. Я считаю себя киевлянином, потому что как человек формировался в Киеве, это был совершенно потрясающий, обжигательный город. Почему-то мне больше нравится Киев тогдашний, Киев моей юности, чем Киев сейчас. Я не хочу оставаться в прошлом. Все равно оно было достаточно мрачным, советское прошлое будет. Я считаю своей целью превратить в Украину, надеюсь, в лучших мест для проживания, для воспитания своих детей. Раздувается ощущение, что мы живем в Киеве, в Украине, и нам очень повезло, что мы тут родились, и мы тут живем, и мы тут будем жить до конца. Я решил к 50-летию подарить себе, и на самом деле подарить Украине, что-то другое. Переосмысление чуть-чуть прошлого Украины и ощущение перспективы. Потому мы решили снять этот фильм. Люди мечтают про разные, мечтал про кожаный мяч. Я мечтал стать чемпионом по баскетболу, я мечтал стать правителем мира, такие мечты. Потому что я хотел менять мир. И я возникал это детский раз, я был уверен, что это у меня получится. Я хотел для многих людей что-то поменять. По большому счету, в Украине нет еще государственности настоящей. В Украине сейчас формируется государственность. Украина в этом смысле институционно на карте мира. Вот и что из этого пассивно сделаешь, то и получится. Потому что государство, оно лепится разными руками. И главное, чтобы эти руки никакого не происхождения, главное, что они хотят делать. То ли в форме Грузии коррупция была главной проблемой. Политика все ненавидели. Люди развеялись. Экономика стагнировала. Преступность увеличивалась из-за коррупции правоохранительных органов. Было очень небезопасно находиться в стране, находиться на улице. И у людей не было ощущения будущего. Украина, к сожалению, теперь очень похожа на Грузию, которую я тогда вытащил из болота. Тогда Украина, когда Грузия была в такой простой форме, касалась по сравнению с Грузией идеально. Теперешняя Украина, хуже тогдашней Украины, очень похожа на тогдашнюю Грузию. Символ свободолюбия украинского духа. Украина обязательно победит. У нас есть все для успеха. Предприимчивость, свободолюбие и мощь. Мощь этого простора, мощь этих агрегатов, мощь великой Украины. Запорожская сеть. Это было казацкое самоуправление, уникальная форма организации государства в Европе. Здесь, на Хорпите, казаки собирались большим голом и выбирали себе гетмана. Гетман это был на самом деле нанятый человек. Тот,
кого-то очень долго был гетманом, кого-то казаки сразу убирали за жадность и трусость. И само войско было уникальным. Оно было интернациональным. Основателем сечи считается Байдович немецкий, поляк. Но тут были итальянцы, французы, чернокожие из Африки, грузины, люди абсолютно разных национальностей. Тут говорили на очень многих языках. Вспомните, немецкого на скольких языках он говорил. Главный критерий был не то, откуда ты приехал, а как ты служишь народу, как ты сражаешься за народ. Работаешь на народ и работаешь на себя. Усиливаешь казачество или становишься зрадником этой идеи. Потому что украинцы, казаки никогда не принимали, что им навязывал волю какой-то чужой правитель, что авторитарный правитель решал за них, что для них лучше. Они сами знали. И поэтому это перекликается Украина сегодня. Любая попытка задушить свободу украинцев, любая попытка навязать авторитарную волю домашнего или внешнего правителя обречены на неудачу, потому что здесь люди всегда решали сами. Этот дух никуда не исчез. Он присутствует очень мощно. Он в каждом кирпиче тут. Он на этом просторе. И украинцы не позволят над собой доминировать. Это и есть основной ресурс успеха Украины. Дух свободы. Величие свободы. Генетический код каждого украинца. Сейчас это возможность менять жизнь для других. Власть – это возможность принять решение и потом посмотреть, как много колес закрутится. Ты первое колесо закрутил, и потом много других колес крутится. И это весь механизм приводится в движение. Вот это настоящая власть. Детей-мажоров, их будут подбирать, и здесь будет культ
мир интеграции. То есть люди будут подбираться по их трудолюбию, по их таланту и исключительно по допуску. Здесь будет все очень удобно. Здесь будет глубоко под землей мультимедийный центр управления ситуацией, где, как в Америке, как в других странах, люди, которые будут назначены управлять страной, выбраны управлять страной, они будут наблюдать за происходящим в Украине и около ее границ, и во всем мире из этого центра и будут принимать все важные решения. Тут будет огромный Майдан, и где будет место для сотен тысяч украинцев. И когда люди решат, что они чем-то недовольны, они придут и выскажут свое мнение своим избранным государственным деятелям и нанятым чиновникам. Сюда потянутся железные дороги, автобаны со всей Украины. С любой точки Украины можно будет сюда доехать за полчаса, за час, максимум за 4 часа. На быстрых поездах и по автобанам. И люди могут приехать как в правительство, так в первую очередь на этот Майдан, высказывать свое мнение, выражать свою позицию по конкретным обсуждаемым вопросам. Здесь же будет мемориал борьбы за независимость и будет музей украинской истории. Вокруг будет специальное служебное жилище, откуда можно будет дойти на работу пешком, и там будут чиновники получать квартиры на время работы вот в этом административном центре. Административных зданий 16-17 месяцев, чтобы вы понимали. Это не очень много. И поэтому я хочу приветствовать всех одесситов наших и людей, которые приехали в Черноморска и из других мест. И хочу сказать, что действительно очень глупо со стороны службы борьбы Украины. Понятно, откуда поступают указания. СБУ так и есть служба борьбы Украины. Что значит гонять нас с одного места в другое. Реально людям нечего делать. Помимо свободное время от крышевания и террора бизнеса, свободное время от так называемых проверок, которым они выжимают последние сотки у предпринимателей, свободное время от контрабаса и других там мероприятий, они наезжают на нас, и они все делают для того, чтобы для них главный враг украинской державы – это не сепаратисты, это не террористы, это не люди, которые там крадут, убивают украинцев. Реально так происходит с Одессой. Вы прекрасно знаете, что это происходит с Одессой. Это мы. Потому что мы против их статус-кво. Мы против того, что происходит. И поэтому мне кажется, что в этой ситуации очень важно понимать, где находится страна на этом этапе. Я хочу несколько слайдов показать.
Можно показать первый слайд? Там, давайте. Так, ВВП на душу населения. Так, это уберу. Посмотрите, значит. Покрашены цвета в другой цвет на всей территории Евразии. На всей территории Евразии. Только две страны. Ну, три страны, на самом деле. Афганистан. Монголия, которая очень быстро растет. Монголия растет 12-14% в год, и уже в будущем году ее не будет в этой категории. И третье, покрашены цвета некоторых стран субсахарной Африки, самых худших, Украины. По ВВП на душу населения. Украина, Владимир Волновой напоминал про это, но Украина, ВВП с Тимопережья, ВВП 91 года, сколько процентов меньше? Сейчас мы производим 60% от объема ВВП 90-го года. Представляете, 60% от объема практически последнего года Советского Союза. 60%. То есть сейчас все страны выросли. Украина по цифрам всемирный рекордсмен по низрастанию экономики за последние 25 лет, 27 лет. 27 лет это целое поколение потерянное. Для страны. Это реально, это вот для меня, это вот это от моей юности до моей какой уже не молодости. И мы за это время, вместо того, чтобы пойти вперед, все люди же идут вперед, страна ушла на 40% вниз. Второй слайд, можно показать? Это значит, как росли ВВП, значит, Польша, где была? Польша была голубая, извините, красная линия. Красная линия до Польши. И, значит, Украина, Украина была желтая. Посмотрите на Польшу. И посмотрите, где Украина. То есть, Польша взлетела и полетела. Украина разбежалась и стала куда-то вот сошла с желтой полосы. Давайте включаем. Какая прелесть! Коридоры есть, Свет? А чего здесь нет? Затопило. Пробки перегорели просто. Не хотел вас прерывать, мне позвонили со службы безопасности отеля, сказали, что они хотят открывать конференцию. Жен сказал, попробуйте. Но вот это не пробуют по сегодня. Я говорю, нам плевать, что вы хотите. Мы закончим, когда мы закончим, мы уйдем. А сейчас мы сидим. Мы хотим прерывать. Я говорю, попробуйте. А за какое слово я говорю? Конечно, буду говорить. Представляете, с какими идиотами мы имеем дело? Каким образом эти дебилы еще нами управляют? Мы должны подумать, что реально вся власть Украины, самой большой страны в Европе, как полные идиоты, последние несколько месяцев, уже почти год, сражаются с одним человеком и с его группой, в виде вас. Все только не придумают.
какого-то бухаря в Авалоне зарегистрировали, да, либо Михаил Саакашвили. Тут по фамилии Сушков. Зарегистрировали на его имя Рух Новых Сил. Перерегистрировали мне партию. Потом лишили меня гражданства по поддельной подписи, которую президент собственноручно подделывал, поручал подделывать своей резиденции, потому что он поменял члена руководителя службы гражданства своей администрации, добавил туда двух людей, значит, запер их, пока они в 8 утра не приняли решение за 7 минут, и потом засекретил свой указ лишения гражданства решением суда вчера. Президент засекретил указ по лишению гражданства одного человека. Каким надо быть трусливым, чтобы это делать? И сделал это украдкой, когда меня не было в стране. Потом они, вот точно так же, свет нам отключали сейчас, задержали поезд в этом, в Польше, и не выпускали людей, некоторые из вас там были, помните? Потом они придумали, делали провокацию за провокацией, которая кульминировалась тем, что они показали, весь мир издевался, как они, как за неуловимыми бегали со мной по крышам. И потом, как они меня отпускали. Потом свои мультики, которые издевался весь мир просто и плевали в лицо. Потом уже шестой раз откладывают суд. И потом истерично добавляют суд, чтобы через суд меня вытолкать из Украины. И, кстати, в понедельник последнее заседание этого суда. Вся государственная машина, несостоявшаяся, к сожалению, государство, работает для выдавления одного человека, и это показало, насколько они ничтожны, слабые и никчемные. Каким образом они могут выиграть или войну, или построить страну? Это реально абсолютные и полные импотенты, которых мы просто, мы будем полными слабаками, если мы от них не избавимся. Я так говорю. Поэтому, я хочу, кстати, Денис, хочу сказать, пусть придут сюда из администрации, скажут нам, по какой причине хотят, чтобы найти должность. Можешь заявить нам там в прямом эфире. Поэтому мне кажется, что изменения будут в Украине уже в этом году. И не только в Украине, изменения должны быть обязательно в Одессе. Мы должны готовиться к тому, чтобы эту банду, брикетиров из 90-х годов, которые реально убивают Одессу. Я, знаете, я обожаю Одессу, я люблю сюда приезжать, но признаюсь, что с каждым разом уезжаю тяжелым сердцем отсюда. Потому что это то же самое, что просто приходишь там, к пациенту и знаешь, что его можно спасти, можно вылечить, но ничего не можешь делать. Потому что захватили врачи, которые сами его добивают. А у тебя нет, тебя не подпускают. Реально. Просто позапрошлый, когда у нас было большое собрание у Дюка, в тот день, в седьмой раз горел дом русов. И сколько, и тут дачу докса тут на моих глазах убили. И французский бульвар на наших глазах убивают. И Аркадию уничтожили практически. И все остальные места. Да не только то, что старое добивают. Не разрешают новую перспективу давать. Я в этом фильме рассказывал, вся индустриальная зона там, это просто новое место для создания мирового центра. Одесса – мировой центр, мировой бренд. Одесса намного больше бренд, чем вся страна вместе взята. Это мы все знаем. И как можно, чтобы она была на уровне действительно местечковых мелких бандитов, которые, я уверен, что им тоже придет конец, но мы должны все демократические силы здесь объединиться и реально взять управление город без всяких договорников и обычных безусобойщиков и реально иметь одного кандидата. Это очень важно. Мы должны готовиться, потому что я вас уверяю, что в этом году будет выбор. Здесь тоже в этом году будет выбор. Но не дай бог, мы опять прощелкаем свой шанс. Потому что и здесь, и в Черноморске, и в других местах вокруг. Потому что просто, реально, я пытался что-то показать в фильме, да это ничего по сравнению, вообще ничего там. Мы сейчас там в этом фильме добавляем компьютерную графику.
для того, чтобы показать, что может быть. Потому что нечего показывать. Все, что новое делается, там этим нечего крутиться. Это шаги в сторону убийства реально. Ведь здесь место. Поэтому мне кажется, что Украина может спокойно выйти на двузначную цифру экономического роста, однозначно. Украине нужно минимум расти на 12-14% в год в следующие 10 лет для того, чтобы выжить как единое государство и для того, чтобы здесь была перспектива все не уехать. Вы же прекрасно знаете, здесь живут потрясающие люди, но так же в 90-х годах реально город поменяли кровь. Очень много людей уехало, а они продолжают уезжать. Они продолжают уезжать, и они продолжают не возвращаться, те, которые уезжают. Хотя невозможно с собой увезти одежду, правильно? Ну, многие из вас, наверное, были братьями, но один из маленьких Одесса. Какая к черту Одесса, братья? Ужас. Одесса тут. И, конечно, там просто, вот при таких условиях, там, они просто зарабатывают и все. И поэтому, а мы все получили. Все учебные заведения в Одессе в прошлом году, а в Киеве уже в этом году закрылись. Когда в Одессе в прошлом году закрылись на зиму, в Киеве никто про это не вспомнил. Как будто это было на другой планете. Когда сейчас университет Шевченко уже закрылся и все остальные, сейчас все возмущены. Как это? Как это? Что? А почему? Ахметову добавили 11 миллиардов гривен за электричество. А кто главный партнер Ахметова через ICU компанию, которая Гонтарева и Басиньев вывозили деньги от Юрия Януковича? Реально, они через эту компанию, они купили акции ДТЭКа, и Порошенко стал акционером также ДТЭКа. Порошенко стал акционером, поменяли состав НКРН, это президент добавил двух должностных лиц, они добавили 16% тарифа на электричество, в результате остановились университеты сейчас в Киеве. То есть они реально, когда они это делали, когда они распустили всех студентов на всю зиму, они реально сказали, что нам все плевать. Вот будем делать все, что хотим. Убиваться, они развалили всю систему высшего образования, так? А потом просто закрыли университет. На 3 месяца, когда больше всего люди учатся. Хорошо, когда уже весна и птицы еще меньше, мало кому хочется учиться. Супербаловская система. Да. Они создали систему, то есть реально талибашку. Какой-то Украина в 2017 году закрыла университеты на 3 месяца. Из-за того, что Ахметов хочет заработать больше, приехали. Поэтому мне кажется, что вот это наглость, то, что мы видим в Одессе, то, что мы видим в глобальном масштабе по энергетике, то, что мы видим в Киеве, это все признаки распада государства, так и не составившегося. И у нас нет времени. Когда нам говорят, подождите еще 2 года, пусть будет спокойный переход. Извините, что у нас есть нормальные институты, что через 2 года будут эти проведут нормальные выборы, эти, которые отключают нам свет тут. В принципе, у маленького собрания. Они что, спокойно Ахиндовскому скажут, проводите спокойно выборы, правильно посчитай голоса, если проиграем, мы уйдем. Так все же знают, что они могут выиграть. У президента меньше 10% рейтинга. А из этого мешка никто не выбирается. Легче выбраться из минибаса СБУ, окруженного Росгвардии, чем ему выбраться из той западной, где он все влезет. Но для того, чтобы выбраться из минибаса, тебе нужны люди, а ему люди не помогут. То есть ему надо фальсифицировать. А что такое фальсификация Украины, вообще в Украине? Это гарантированный взрыв. И гарантированное восстание, и не дай бог гарантированное кровопролитие. И что, этот сценарий нам нужен? Что, опять забвал экономики, опять дальнейший распад страны? Или мы должны все сказать, что институт не функционирует, правила не соблюдаются, власть, которая не соблюдает правила, она делегитимизируется, власть, которая вот так себя поступает по отношению, допустим, к оппозиции, она делегитимизируется, власть, которая закрывает университеты, она нелегитимна, власть, которая терпит Труханова, она не может быть легитимной. Власть, которая постоянно идет в сговоре, допустим, с врагами Украины, в том числе, не может быть легитимной, власть, которая торгует предпринимателям по поводу, например, проверим, не проверим, возвращение ПДВ, не возвращение ПДВ. И власть, которая говорит, что
там будет уголовный дела, мы на вас будем уголовные дела, если прекратить, давайте разговаривать, она не может быть легитимной. Это власть, которая перешла межу легитимности. И поэтому люди имеют право, праворовавшегося менеджера, который еще вообразил, что он есть владелец компании, раз в году собираются акционеры, увольняют. Почему мы еще два года должны ждать? Чем они отличаются от нанятых менеджеров, которых нанимают люди, чтобы быть частью их успеха, правильно? Я хочу наш план, чтобы показать, последний слайд. Вот, во-первых, там, пусть это будет, что нам обещают? Нам обещают, что, значит, то, что они обещали. Они обещают, что мы не можем расти больше 4% в год, потому что Ирезко подписал соглашение с нашими должниками, что если Украина растет больше 4%, все деньги забираются на обслуживание внешнего долга. И сейчас, сегодня, чтобы вы понимали, экономика Украины по ВВП растет на 2%, 14% инфляция, то есть инфляция полностью съела рост экономики, перевыполнение, но при этом 5% ВВП идет на обслуживание не внешнего долга, а процента внешнего долга. То есть долг остается, тело долго, но мы процент должны обслуживать, чтобы нам еще давали. Но если мы будем расти меньше 5%, то по цифрам мы дойдем до 2013 года, последнего года Януковича, через 2029 года. То есть еще целое поколение, потерянное поколение. Знаете, в Советском Союзе было, кто старше, тот помнит, нас учили, по сравнению с 1913 годом, годом до Первой мировой войны. Вот по сравнению с годом Януковича мы дойдем, в лучшем случае, при оптимистическом сценарии, вот в условиях Гройсмана и Порошенко, в 2029 году. Они такие милые, когда Гройсман говорит. Гройсман говорит, в 2020 каком-то году мы сделаем это. В 2020 каком-то году они еще будут власти. Не смешите Майдан. Поэтому вот их обещание. И следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд есть. План. Вот, по коррупции. Они говорят, что проблема коррупции преувеличена. Украина в последнем месте в одном международном рейтинге, в Всемирном банке рейтинге она ниже плинтуса. Значит, по индексу взяточничество. Ну, вообще взяточничество самое большое в бедных странах. К сожалению, Украина уже переходит быстро в эту категорию. Но даже взяточничество в бедных странах половина от взяточничества Украины. Это международные индексы, которые он говорит, что они преувеличены. Он все время говорит, правительство начал говорить, враги расшатывают экономику, говоря о нашей коррупции. То есть, а кто какой враг говорит про нашу коррупцию, хочу вспомнить. Путин вроде не говорит. Захарченко вроде не жалуется на украинскую коррупцию. Кто враг, который говорит про украинскую коррупцию? Соединенные Штаты. Евросоюз. Всемирный банк и Международный валютный фонд. Вот эти враги посягают на суверенитет их собачьей будки. Ее расшатывают. И, конечно, собака должна кусаться и отлаяться, для того, чтобы к ней не приближались. Нельзя трогать их собачью будку. Враги расшатывают будку, караул. Вот их будка, вот их процент. План. Еще следующее. Ну извините, оставьте это. Бюджет на этот год. Что они добавили в промышленность? Они добавили 2,7 раза. Финансировали Кабмина. И что сказал Гройсман? Хорошо услышали. Он сказал, что они будут тратить эти деньги, а что остались остатки, они будут хранить в иностранной валюте. То есть глава правительства говорит, что деньги на Кабмин будут храниться в валюте, потому что, естественно, валюта будет падать. А пенсию он не хочет хранить в валюте людей. А сбережения людей в банках он не хочет перевести валюту хранить и гарантировать валютой. А зарплату наших военных он не хочет хранить валютой. Он нам сообщает честно,
своим детским лицом, миленьким, что он будет хранить сбережения карминов в иностранной валюте. Какая хорошая новость и вера в будущий украинский гривен от правительства Украины. Добавляюсь на вот дальше на Кабмин, я как сказал, на Кабмин, на Министерство президента, на Министерство статья, так что если вы зайдете в Facebook, там будет 7 раз больше ботов. Не удивляйтесь, это все заложено в бюджете. И добавляют, сами спецслужбы получат 5 миллиардов гривен в этом году. Практически в каждом подъезде у нас будет санэпидинспектор. Грузия эту службу вообще закрыли. Нафиг она знает, что она делает, кроме того, что деньги выпадают. Вы что, серьезно верите, что если они не проверяют продукты, то мы все отравимся? Как вы думаете, если вы пойдете там сейчас вот это, внизу в ресторан, они потому нас не травят, что санэпидслужба их проверяет? Или они тратят на санэпидслужбу взятки, чтобы их отшить, а? Как все остальные бизнесы, как на пожарную охрану и так далее, и тому подобное, правильно? Поэтому вот этот бюджет, и что они сокращают? Они сокращают, например, сократили расходы на космические работы. Я был в Днепре сейчас, я в город, где Южмаш сейчас пустили на работать, то есть людей перевели на полставки, практически не работают. Самое высокотехнологическое производство, рабочее в Советском Союзе, и одно из лучших в мире. Люди безработные, и Южмаш массово сдается, 80% всех пространств на аренду. Дальше сюда туда птичка не могла залететь. Потому что правительство сократило расходы на такие вещи. Санэпидслужба нам нужна. Какие ракеты? Вы что, ребята? Поэтому мне кажется, что мы реально по большой не только политическая система распадается. Распадается экономика страны, по своей структуре она превратилась в экономику третьего мира. Не может экономика третьего мира генерировать успех. Все время структура украинского экспорта, почему она упала экономика, структура украинского экспорта это классическая структура третьего мира страны. Ну вы можете по Одессе увидеть, поедете по зоне индустриальной, практически они все пустые. Мэрию переводят в лучший завод, конечно, за откат и так далее. Вы знаете, что до этого уголовное дело разрешено. Следующий план при выходе. Еще? Следующее. Как вы знаете, спокойно можно изменить ситуацию в стране за 5 сессионных недель, за 70 сессионных дней. Это новый закон про выборы, создание антикоррупционного суда, не этот разводняк, который нам обещают, закон про импичмент президента, скасование недоторканности, значит, и первую неделю закон про деэкономизацию, снижение налогов, отмена таможенных тарифов, значит, практически всех, это очень важно для того, чтобы создать свободную экономику, значит, полное изменение системы здравоохранения и образования. Не та профанация, которая подсунула в виде так называемой реформы. Настоящее изменение, когда все деньги идут за учеников, за пациентов, а не в очередную государственную структуру. Я с этого до Грузии. В Грузии мы построили за год полтора максимум 150 больниц. В Украине нужно построить 1000 новых больниц. А такие больницы, например, как Еврейская в Одессе или областную больницу, просто надо оставить или диспансер тут. Диспансер одесский, онкологический, нужно как музей просто закрыть и показать, куда, где набить людей. Я в этот диспансер ходил, длинные очереди людей, и там люди приезжают откуда-то в дальних углов Сарабии, по этим разбитым тогда еще дорогам, приезжают в длинных очередях, паркет это, ужасный там, вообще ужасный климат, заходят к врачу, а он всем ставит диагноз рак. Почему? Потому что, ну как, приехал откуда, из Измаила, как не отпустить же без этого. И говорит, тебе нужно это лекарство, это лекарство, тебе нужно лечиться. Нашел я двух американских моих друзей, которые там говорили, хоть что-то, какой-то аппарат не купите. Они купили диагностическую аппаратуру и лапароскопию. Они купили, а подарили, что ну, для меня сделали одолжение, чтобы помочь. Потому что я от жалости умирал от этого диспансера. Привезли этот аппаратуру, долго не принимал их главврач. Наконец, при моем вмешательстве принял, перед телекамерой улыбнулся, получил эту аппаратуру, спасибо, пожал руку, разошлись.
тот же вечер сидит на каком-то канале и рассказывает. Тут какие-то активисты завезли аппаратуру. Они хотят, чтобы мы купили им другую аппаратуру, это стоит 1,5 миллиона долларов, они хотят делать деньги, поэтому мы отказываемся от этой аппаратуры. Оказывается, что у всех пациентов через дорогу посылают диагностический центр, который его, с которым у него есть связь. Вся история! Вся история! Куда ни посмотришь, просто вот все они такие, когда такая система. Когда мне говорили депутаты Обсовета Одессы, что такое Обсовет Одессы? Обсовет Одессы — это шлет коррупционеров несколько раз в год. Вся площадь заполняется этими машинами, крутыми. Там у одного этот Майбах был, а он в Арцисе, по-моему, как он в Арцисе доезжал на Майбах, я не понимаю. И туда тогда пожарка была только на танке, как вы знаете. Значит, сидят и для чего они говорят? Мы хотим новую областную детскую больницу. Сколько стоит? Она говорит, год. По-моему, было там что-то вроде 27 миллионов гривен. Я говорю, так за это мы построим центр обслуживания граждан новый. А нет, это бюрократия, это детская областная больница. Я говорю, хорошо, а это достроить больницу? Она говорит, нет, ну это программа рассчитана на несколько лет. Я говорю, сколько нужно, чтобы больницу, чтобы это самое, код выделять, допустим, столько денег, за сколько он достроится? Она говорит, через 20 лет. Тарпан девелопер, конкретный депутат, конкретная статья. И оказывается, я говорю, Тарпану должны выделить деньги каждый год, в следующие 20 лет. За 20 лет дети или вырастут, то есть вырастут 100%, если выживут в условиях отсутствия больницы. И мы не знаем, какая будет система медицины, и мы точно знаем, что эта больница не будет построена, можно не волноваться. Вот так они грабят бюджет. И когда они мне говорили, когда я вижу, смотрю, депутат какого-то там обсовета от Татарбуна привез медичные обладнения для своих выборцев. И таким блаженным видом заходит, как обычно, перед выбором. У меня включаются все лампочки. Потому что красные, потому что понятно, что это вор. На медицинском оборудовании они зарабатывают минимум 80% отката. И какой я честный порядочный вам привел, это полная чушь. Вот человек, который приходит и перед телекамерой вручает оборудование от имени власти, он и есть, вор, его надо совпадать. А как эту систему менять? Все очень просто. Все деньги в виде страховок отдаешь ни депутатам совета, ни новому супероргану в Киеве, ни Омздраву какому-нибудь. Отдаешь в виде страховки людям, а частному бизнесу говоришь, вот тебе гарантированный градус, привет. Вот тебе твои клиенты, строй, что вы полетите, как в Австрии и Германии. И в Грузии они построили за год-полтора. И не Минздрав распределяет, Минздрав практически там уже очень маленький услужил. Все это увидел в руках у пациентов, мы просто регулируем то, чтобы страховка слишком не увеличилась, и чтобы просто это не убило экономику и не легла на бюджет слишком сильно. Просто вот это потолок, который его. А так, новые больницы, новые врачи, получающие от 700 долларов до 13-14-15 тысяч долларов, ну это офтальмологи, хирурги так много получают, и, ну обычный хирург получает 5-6-7 тысяч долларов, и эта система работает. Вот это история, которую мы... И чтобы это поменять, нам нужны новые люди. Новые люди — это эти 300 спартанцев. И что это за люди? Это люди, которые пошли против системы. Люди, которые не принимают правил игры, которые у них есть. Что это за люди, которые идут против системы? Это люди, которые... Это вот пример, вот, чтобы привести. Это, например, я там говорил, Чиновол это был таким человеком, Волгат был таким человеком, Ирина Назовская, которую убили, была таким человеком. Но, к счастью, их много и живых. Есть люди, которые... Например, охраняют архитектурные памятники в Одессе. Они идут против системы местной пары и реальных врагов города. Это Лариса Горник, судья, которая там пошла против мэров в мафиози Полтаву, ее там избили, там угрожали убийцы, покушались. Это Лариса Цокол, судья, которая меня отпустила, сказала, что дело против меня фейковое. Это огромное количество других людей. Это, есть такие люди во всех этих, во всех... Это есть такой парень Максим Елизаветов, Днепровской области, который
пошел против энергетической мафии, на него покушались, его стреляли, там его били, там курдов, там тетушки. Вот стоит на своем и все. Таких людей в Украине во всех ее местах есть больше достаточно. Просто этих людей мы должны найти и понять. Потому что если опять будут старые люди, если опять будут те, которые 25 лет грабили страну, ничего хорошего у нас с вами не выйдет. Вот и вся история. Поэтому мне кажется, что давайте я сейчас вам передам слово. Давайте вы будете говорить, а мы будем слушать. Но я перед этим хочу... Владимир, вы хотите что-то сказать? Давайте, сейчас, Владимир, мы слышим. Я, когда были выборы в мэра, работал в штабе по выборам кандидата от команды. И я, собственно, должен был стать тот заместитель главы горсовета, то есть городской администрации, который курировал коммунальный процесс. Я буквально два момента хотел бы сказать, с какой концепцией мы шли и какую концепцию наша команда выбрала. Первое. Что касается тарифов, которые сегодня всех уже достали, и непонятно, вот, к чему это все ведет. Например, то, что сказал Михаил Николаевич, то, что сегодня уже Национальный университет Шевченко отпустил студентов на каникулы до конца. Но Мечникова, Одесский политех и все остальные здесь в прошлом году. Да. В принципе, знаете, по большому счету, это ЧП. Это ЧП. То есть это должен был заседание быть кабинета министров, там, не знаю, чрезвычайная ситуация, потому что, ну, для чего мы тогда строим это государство, если оно не может позволить себе учить наших детей? Таких денег вот, это тоже. Какой способ можно уменьшить тарифы или, знаете, вот я буквально полторы минуты. Тарифы не могут быть большие, не могут быть маленькие, они должны быть справедливыми. Потому что любой инвестор, я в том числе являюсь инвестором, мы продаем тепло, я знаю тему, скажем так, доскональную, я не пойду туда, где-то это будет интересно. И я потребитель, я не буду покупать это тепло, если оно будет для меня непомерно дороже. Итого тут нужно находить вот этот компромисс. Если я не могу платить, значит это непомерно дорого. Если я не могу производить, значит это мне неинтересно, и тот человек, который ждет эту услугу, тоже ее не получит. Должен быть обыкновенный рынок тепла. И вот маленький пример, это город Каунас, Литовская республика. А по горячей воду здесь? Да, я как раз к этому подойду. В городе Каунас приблизительно 360 тысяч населения, понятно, что система теплоснабжения такая же самая, как в Одессе, как в Советский Союз, со всеми проблемами, которые в общем-то, у нас есть. Как они сделали? Выбрали мэра города 12 лет назад. И каждый месяц, это можно зайти на сайт и посмотреть, каждый месяц этот мэр города организовывает покупку тепла в альтернативный производитель. То есть сеть осталась за горожанами, за коммунальным хозяйством, а генерация ушла в рынок. И каждый инвестор, который построил мощность, будет делать все, чтобы эта мощность работала эффективно, чтобы ее купили, эту услугу, и, конечно, для того, чтобы тепло становится дешевле. И сегодня очень яркий пример. Город Вильнюс имеет сеть, такую же самую, такие же самые законы, просто разные меры. Топ-мэр отдал свою сеть на 39 лет в аренду, и там на 30% тепло дороже, чем в городе Каунас в одной и той же самой республике. Это все зависит от нас с вами. Если мы будем ставить задачу тем людям, которые мы избираем, что мы хотим жить качественно и жить эффективно, мы должны с этим договориться. И последнее. Знаете, сегодня мы потерпаем, я говорю українську, мы потерпаємо від енергетичної залежності. І ця енергетична залежність нас якби дошкуляє до повної міри. Ми дивимося, Росія продасть, раз не продасть, Україна, Європа і такі інші. У нас кругом є свої енергоресурси.
Просто ці енергоресурси дають можливість не тільки самодостатньо себе забезпечити людям, а ще дають можливість зайняти робочі наші руки, розвинути промисловість і таке інше. Іншими словами, якщо ми поставимо завдання не купляти газ якомога дорожче, а створити умови, щоб ця ситуація від нас потребувала найкращої роботи, від цього ми отримуємо зиск. До прикладу, я зараз представляю як громадський діяч, як інформаційна структура. У нас є декілька підприємств, які працюють та відходи деревини. До прикладу, аеропорт Борисполь, а про гарячі води. В аеропорту Борисполь, якщо ви будете літати, знаєте, що аеропорт Борисполь опалюється щепою на дерев'яних підходах. І на сам кінець місто Одеса сьогодні, я думаю, ви це знаєте добре, немає гарячої води. Та ж сама Литва. Гарячу воду, там конкурс, щоб дати гарячу воду літом. І ціна гарячої води відрізняється від ціни з газу в 3 рази. Це за рахунок того, що сьогодні там працює інвестор, який збудував потужності, який працює не тільки на газу, на відходах, на соломі, на щепі, на торфу і таке інше. Цим треба займатися. І в кінці-кінці цього можна досягти. Дякую. Давайте ви дамо слово. Прошу. Я затрону тему экологии, которую занимаюсь уже 8-й год, которые прошли весь путь, прошли очень много проверок. Будучи губернатором Саакашвили, выделил новое распоряжение по этому проекту, но я вкратце буду, чтобы поверить. Прокурорами мы судились очень долго, там почти 3 года, выиграли там кассацию, потом не дали нам больше участвовать. Вот это. Как я говорил, господин Саакашвили мне дал распоряжение новый участок земли. Но новый губернатор, который после господина Саакашвили не изъявил желания участвовать в этом. Мы принесли ему инвестора. 100% инвестиций, решение вопроса по всей Одесской области, чтобы построить 3 завода. Но пока это все на тормозе. Вот вкратце я об этом хотел сказать. Спасибо. Кто еще будет? Добрый вечер. Меня зовут Валерий. Михаил Николаевич, смотрите. Мы пришли сюда, собрались для того, чтобы так оно получилось. У нас менталитет, история сложилась, у нас уже всю жизнь был какой-то атаман, который скажет «Бонзай», и все идут за ним. В настоящее время, то сейчас мы видим, то есть то, что мы сейчас здесь видим, то есть, как говорится, без обид, конечно, это не к вам. Многие просто так думают, то есть и люди Facebook, и те, которые видят телевизор, то есть это похоже немного на 12 стульев, скажем так, не Васильки. Мы это все прекрасно видим, мы понимаем, что вся коррупция, вся система продела коррупции. Мы все это знаем. Нет, извините, не у Васюки. То, что вы видели, это Кутаиси, который стоит. Это не Кутаиси, который стоит. Васюки нет. Я не люблю, когда кто-то говорит про меня не у Васюки. Я не оставлю не было. Извините, не у Васюки в моем исполнении были построены. И вы можете взять скелет на паров, перейти и посмотреть. Посмотреть, и никакие это не Васюки, они называются Пяиси, они называются Кутаиси, они называются Батуми, они называются как-то. Так что не будем не говорить про вас. Без обид, мы понимаем, что все это можно сделать. Вопрос в том, как эту систему побороть. Мы пришли, чтобы услышать конкретные слова. То есть, мы хотим это сделать. Смотрите, к примеру, я столкнулся, ну как из нас столкнулся с момента, скажем так, роддом, больница, школа, то есть все пробило. То есть, к примеру, я хочу заняться то есть, каким-то моментом, то есть точечным моментом, да и я думаю, каждый из нас, это человек 20-30 здесь найдется, которые хотят
побороть какую-то, скажем так, систему грузоперевозок, то есть столкнулись с ЖД-билетами, с автобилетами, где-то еще кто-то, какие-то моменты, привоз и так далее. То есть, ну, человек понимает, что если он этим делом займется, то есть сегодняшняя ситуация такая вот здесь сложилась, человек понимает, если он этим делом займется, сразу начинается пресс со стороны правоохранительных органов, судебной системы и так далее. То есть мы по последним событиям в Одессе, мы все это прекрасно видим. Дальше, что мы видим, что будет дальше? Дальше пойдет пресс, надуманные дела, то есть придуманные там, подброшенные там наркотики, еще пули, неизвестно что. То есть, сотрудничество с террористами значительно друг другу. Да, ну и так далее. Просто люди выдохлись, люди понимают, что дальше пойдут суды и так далее. На суды, на адвокаты нужны финансы, все это мы прекрасно знаем. Люди за эти 3-4 года, честно говоря, выдохлись. Мы хотим это сделать, нам нужна группа поддержки, какая-то гарантия того, что будет какой-то адвокат. То есть, если вы с этим столкнулись, то есть, судя по Киеву и так далее, то есть, если у вас есть возможность финансировать, то у нас люди нет. Мы хотим. Я говорю, я человек 20-30, по Одессе наберется, которые хотят сделать команду, могу себе 5-7-10 человек, и заняться этими точечными ударами. Но побороть эту систему в одиночку мы не сможем. Это первый момент. И второй момент. По Одессе, что хочется сказать. Вот я говорю за своих друзей и знакомых. Одесса, она всю жизнь была на деньгах. И момент сегодня поломать эту систему им не выгодно. Знаете почему? Потому что они уже за эти 3-4 года не приспособились давать взятки через того, то есть жить. Они так и говорят, если ты поломаешь эту систему, то есть от меня многие друзья вдруг отказались. То есть, просто стали сбросили другого. Они говорят, если. Но новые друзья вы не нашли? Нет, почему нашел? Ну вот, значит, хороший отбор произошел. Да, суть не в этом. Они говорят, если ты поломаешь эту систему, говорят, нам это не выгодно, наша семья будет. Значит, тебе не были настоящими друзьями, это настоящие. Может быть и так. Но я к тому, что сейчас будут, как вы говорите, новые выборы. Все может прийти к тому, что опять выберут, скажем так, того же Труханова. Потому что Одессе невыгодно, Одессе выгодно тишина. Я, как говорил классик, я бы не сказал за всю Одессу, хорошо? Николай Сергеевич, ответьте что-то. Но это, на самом деле, то, что вы сказали, это все правильно. Я хочу просто ответить потом сейчас, и у нас будет дискуссия. Прошу. Я попробую ответить на достаточно сложный вопрос. Вот представьте себе, 3 микроавтобуса, в середине Альфа, то есть это достаточно крепко настроенные ребята, которые готовы стрелять буквально через там мгновение, да? Захватывают Михаила Саакашвили, проезжают 50 метров. Вокруг где-то приблизительно 300-400 человек. Вот с одной стороны Альфа, с одной стороны Национальная гвардия, с одной стороны полиция, а с другой стороны всего лишь 300 человек. Эти 300 человек не вытягивают Михаила из микроавтобуса, они просто стоят и говорят, вы никуда не поедете. Это какой момент, прошу? Это одну секундочку. Мы говорим о 5 декабря. Когда Михаила Саакашвили пытались захватить, да? И вот 300 человек делают простую вещь. Вот представьте себе, простую вещь. Говорят, вы никуда не поедете. Говорит, нет, мы поедем. Проезжают несколько метров, берут в руки автомобиль, и перед микроавтобусами ставится автомобиль. Говорит, вы никуда не поедете. Подбегает толпа из там 50 человек, работников МВС, пытаются отодвинуть этот автомобиль, проезжают еще 20 метров, опять люди становятся, говорят, вы никуда не поедете. И вот такая история продолжалась, ну, я могу ошибиться, 4 часа. И чем это закончилось? И закончилось простой вещью. Власть поняла, что она ничего не может сделать. Поэтому вот ваше ощущение того, что вы стоите перед стеной, поверьте, оно неправильно. Власть очень слаба, если люди знают, что они хотят, люди стоят близко друг к другу, если у них есть четкая цель. Спасибо, человек. Я просто хочу... Если короче направил описание диагноза, просто вот я сегодня здесь. Когда я ехал сюда, я узнал, что будут снегопады, там все, я тоже читаю информацию, но я понимаю, как, что такое забезопасить, то есть застревать на трассе. Помню, что ручно регулировал движение, когда в 2016-м застряли все по дороге. И я сказал Денису Фонсенко, Денис, то давай, может, объявим по Фейсбуку, что отложим, потому что, ну, погода. Он сказал,
Если ты сейчас не приедешь, проблема в том, что ты, я говорю, суд у меня, да, завтра у меня суд, очередной раз у меня суд, где прокуратура очередной раз хочет посадить меня под домашний арест. Я говорю, я не успею на суд, я не использую это как повод меня посадить. Он сказал, если ты будешь по их графику ходить, то нам всем конец. Если мы будем правила их игры принимать, нам всем конец. И знаете, я подумал себе, он прав. Он прав, потому что они хотят? Они мне расписали, как это, прием таблеток просто, для тяжело больного. У меня 6 или 7 уголовных дел сейчас уже. Я уже подъем, может меньше, может больше. У меня по каждому уголовному делу делаю неделю 3 допроса. У наших людей, которые даже занимаются этим, тоже очень много допросов. О чем допросы, граждане? Че, заходишь? Два сидят, два у меня с помощью, кстати, очень вежливых, извиняются все время. Это вы понимаете. Ну расскажите, какая у вас политическая программа, как вы пытаетесь поменять страну, за сколько времени можно поменять страну, как вы координируете с другими политическими партиями, все просто, я ничего не преувеличу. И еще, мы вас предупреждаем, это служебная тайна, никому не рассказывают, что вы про это говорили. Я говорю, ребят, давайте это все обсуждать на площади при людях, потому что зачем тратиться на двух людей? Это то, что я как раз хотел рассказать людям. Они хотят, чтобы я, вместо того, чтобы с вами общался, рассказывал СБУшникам, судьям, прокурорам. Все это, о чем мы говорим. И то, что вы сказали, что вам нужны юристы, потому что вас оттаскают по судам, правильно, они как волчья свора, как только человек выделяется, они моментально наезжают. И это чувство, они друг друга ненавидят. Я знаю, как ненавидят, например, Труханова там, и Урбанского, Урбанский там еще кого-то там, губернатора, например, губернатор там какой-нибудь прокурора. Но как только вопрос стоит, что вас, то я сказал, что я Как только они говорят, что против нас восстал конкретный человек, они это в 21 веке, в 2017 году, не только университеты отключились, но нам отключили зал. Прекрасно. Как только они говорят, что человек после нас восстал, они все соединяют свои силы. Если мы будем идти по их правилам, если мы будем ходить по судам, будем постоянно давать, идти на допрос. Я понимаю, что вы отдельно взятый человек, вас могут все что взять и просто удалить, как бы, просто взять и просто посадить, например, КПЗ. Так что мы должны не упустить момент, и когда решающий момент, они не должны с вами иметь отдельно взятое дело, отдельно взятый с Саакашвили, отдельно взятый с Сырым, отдельно взятый с Лановым или Байстейшеном, или с Денисом. Они должны иметь дело с миллионами граждан этой страны, нашей страны. Как это сделать? Вы, извините, я почему здесь перед вами стою? Когда меня посадили, наконец-то, в КПЗ, они меня взяли, потому что второй раз я был просто болен, и я у друга был дома, и легко было меня арестовать. Они думали, что мы его посадим, и у них будет... Я вам расскажу, как было. Они мне дали тяжелую статью, и сказали, мы его посадим, и никто на улицу не выйдет. Тот день, то воскресенье, и за день до моего суда, где меня должны были посадить, потому что это был их первоначальный план на 2 месяца предварительного срока, а потом люди бы забыли, еще на 2 месяца это продержали, на улице вышло рекордное количество людей, весь Крещатик был полон, там не было ни меня, не было реально таких больших политических, ну, известных таких фигур. И всем, чтобы все были известны. И что? Просто люди. И знаете, в чем я... Отзыв этого, чего был? У меня, я первое, что понял, что в тюрьме на весь звук включили музыку, чтобы я не слышал проходящих людей. Так, но я откуда понял, что люди все равно пришли? Вечером, ночью пришли прокуроры, 10:30, меня вывели и поменяли статью на более легкую статью, чтобы выпустить оттуда. И это была реакция на людей. Они их первоначальным решением. Их первоначальным решением было просто уничтожить и закатать под асфальт. И вот это примерно, и ладно, это я, но я не был, но если мы не научились каждого защищать. Реально тут вы видели в горсаду, что произошло в Одессе, когда эти бандиты хотят горсаду уничтожить.
Да, одесситы, честно говоря, вы, проблема Одессы не в том, что деньги всеми управляют. Деньги управляют тут меньшинством людей, давайте скажем. Но это меньшинство, агрессивное и сплоченное. А большинство, оно не умеет объединять решающий момент. Вот для меня Горсад был важным моментом, потому что Горсаду все равно огромное количество людей, которых ни под каким соусом не объединить, пришло вместе и все равно в тот момент отстояли это место. И мы должны научиться этим. Они прекрасно, они друг друга ненавидят, но они объединяются. Мы друг к другу хорошо относимся, но мы не умеем объединяться. Вот и вся история. Как и можно? Вы что мне скажете, что люди, которые живут на поселке, там, я не знаю, Котовского или там где-нибудь там, в любом районе, в Суворовском и так далее, районе, так, в этих многоэтажках, что они участвуют в всех схемах? Конечно, не участвуют. Конечно, они каждый божий день начинают с мысли о пропитании, о своих детях, как их прокормить и как им обеспечить будущее. Конечно, они не чают ни евротерминала, ни таможенных схем, ни дорожной мафии, ни других вещей. Но те, которые часть всего этого, их мало, но они те наши. Они договариваются с людьми в Киеве, поэтому почему я сказал, я не хотел отсюда уезжать. Но меня отсюда выбросили, потому что я не хотел быть английской королевой при полнейшем отсутствии для любых рычагов. И под конец, и более того, я единственный, я пересидел тут. И пересидел только из-за дороги Одессы-Рини, потому что эту палатку, если бы я не выставил, они не было их в этом году, в том году в бюджете, и черт знает, когда бы они ставили. После того, как мне Порошенко много раз позвонил, сказал, выйди из этой палатки, не позорься, а на самом деле, говорит, не позорь меня, на самом деле, он хотел сказать. Значит, я сказал, буду сидеть до упора, пока не будет денег. Ну и пересидел 3-4 месяца, потому что у меня не было ни одного рычага. Сапоры где сняли, там до того же ничего не двигалось. Опять-таки, Марушевская меня умоляла, может останемся еще пару месяцев, может получите это. Я говорю, Юля, они нас разводят. И что, не понимают, что происходит? Не понимают, он говорит, вы сняли фасад, мы хотя бы достроить фасад. Они не достраивали фасад. Поэтому мне кажется, что вот в этой ситуации мы научимся объединяться. Как? Вот мы будем, наши акции будут все больше массовыми, они будут по всей стране, они будут... Я взял паузу, потому что мы должны консультировать с другими оппозиционными группами, хватит уже друг друга, становиться в роли там это самое, я самый крутой, Михо Майдан, Саакашвили там маргинал, а никакое, на самом деле, я могу быть, я очень кооперативный. Поэтому мы хотим сказать, давайте все говорить. Если вы не про своих стулья, а если реально про страну, если вы реально, что в данном случае про Одессу, Одесску, давайте вместе. Давайте научимся вместе координированно работать. Если научимся, у нас выйдет. Если не научимся, они всегда будут нас разводить. Сейчас единственное, на чем держится Порошенко, он говорит, да, я плохой, он даже не утверждает, что он хороший. А кто лучше меня? Ну даже есть кто-то лучше меня, но а как он победит? А как он победит? Да вот просто так и победили. Украина, кстати, история. Посмотрите. Владимир Ладовой есть живой этой истории. Первого президента выбрали за 1,5 года, наверное. Второй еле прошел на второй срок, и до второго срока для него был реально ад. Вообще вот все время писатели сами. В том числе история Гагаты, но много других историй. Не рукопожатие. Да. Третий президент установил мировой рекорд. На 6-е место вышел на выборах с 3%. Таком действующим президентом в мире нет. Чтобы на выборах действующий президент только получил. Четвертого президента выгнали с позором. Пятый президент имеет меньше 10% рейтинг. В стране очень критично. Есть историческая традиция, что к ним относятся очень критично. Это не страна, где терпят долго. Эти все истории, что люди очень терпеливы, они терпеливы до определенного момента. И прекрасный пример Одесса, где люди отстояли независимость Украины и место Одессы в Украине не потому, что Киев это сделал. Я прекрасно знаете, что Киеву вообще тогда не до этого было полностью. Я же понял, я там был, я помню, что никому не было дела до Одессы. Люди сами отстояли город. Чудо делали. За большую цену, реально. Как потрачить этих людей, чтобы они поняли, почему? Потому что всем управляют медиаресурсы, то есть которые в руках там Голубов, Труханов. Я знаю, 28 каналов, все они. Единицы. Вот, да, канал здоровья. То ли он Кивалова, то ли чего-то.
По идее, канал здоровья должен заниматься одной и той же, одной вещью. Рассказывать пенсионерам, как правильно измерять давление, какое лекарство принимать в правильное время. Они показывали фильмы, как Саакашвили детей ел, и всякие разные ужасы. Реально, если ты хотел испортить здоровье, надо было этот канал смотреть. И тут все наоборот. Вот так все у нас. Поэтому мы абсолютно выправы. Мы должны научиться объединяться. Без этого ничего не будет. Посмотрите, извините, с кем мы имеем дело? Мы имеем дело с напуганными людьми. Труханов, где он сейчас? Он в городе? Нет, он сидит в командировке, потому что боится, что НАБУ его задержит. Оттуда, то есть, это маленький лысый человек с испуганными глазами, смотрит откуда-то из Анталии. Зажатый в угол, что и думает, приезжать, не приезжать, это НАБУ какое-то странное животное, как с ними договориться, мы не знаем, грузины вроде его контролируют. Он оттуда со страха не приезжает. Чем занимаются их приспешники здесь? Чем занимаются? Отключает свет у нас на встрече. Это не Верчука, правильно? Да. Глава ОБЛНР. Да. Стопудово. Да. Третье, чем они занимаются? Они звонят в эти суда. Первое, что спросил Порошенко, вернувшись из Мальдив, как там дело с депортацией Саакашвили? Да, больше проблем нет в стране. Они уже решили проблемы пенсии, довольствия, рабочих мест, всех остальных. Остался вопрос Саакашвили. И, значит, вот в этой ситуации они слабы, как никогда. Единственное, что делают, мир через телевизор и так далее, никого больше нет, и все равно вам не объединится. И мы этот миф развеем. Потому я езжу, потому Денис был прав. Даже если я застрянул 100 раз на дороге обратно, стоило все, хотя бы показать, что поменяли 2 раза сегодня. Мы должны были собраться в Черном море, отказали. Что-то там лям-лям, под нос бубнят, не могут сказать почему. Потом перенесли Палладиус, ночной клуб, Радару, рядом. Значит, Палладиус звонит, ну, закроем мы ваш Палладиус. Они звонят испуганно, говорят, да, закрывают. И вы нас, пожалуйста, извините. Потом мы сюда приехали, я узнал, что просто Денис сказал, что у нас IT-конференция. IT-щики, мы все IT-щики. На 30-й минуте, когда мы здесь оказались, они поняли, что мы не до конца айтишники. Хотя среди нас могут быть и такие. И в результате оказались проблемы с электричеством. Извините, люди, которые отключают электричество, не могут продержаться у власти. Верьте моему опыту. Верьте моему опыту. Я один раз уже свергал президента, который отключал электричество. Как раз за 1.5 года даю окончание вот что. И который, кстати, распускал детей на каникулы, то есть в школе у студентов. Поэтому вот такая ситуация. Вы хотели что-то сказать? Или вы хотели? Я с первым. Да, и давайте вы первые, потом мы. Я не знаю, как вас зовут. Миша. Здравствуйте. Не Михо, по крайней мере. Не Михо. Михаил, это я знаю. Михаил Николаевич, ну, много раз мы встречались. Я не знаю, как вас зовут. Вы говорите, это не вы. Неправильно понял, люди могут понять. Абсолютно, я понял, но я так человек, я хочу перед ним извиниться за то, что он говорит, люди собираетесь. Он говорит. Все хорошо. Не мы собрались и говорим, Миша, приведи нас, пожалуйста. Он говорит, люди, собирайтесь, я хочу вас объединить. Мне стыдно за это. Простите нас, пожалуйста. У нас нация такая, но мы не можем сразу все там, вот я одессит в 7-м поколении, я много раз ездил на телемосты, там 17-го числа, да, и под Верховной Радой, я не активист, я не состою в партии Рух Новых Сил, но я сторонник того, чтобы мы, во-первых, что-то поменяли, а во-вторых, просто я горжусь за этого человека, человек что-то сделал на постсоветском пространстве, вот это реальность, эти стеклянные здания, вот эти вот винтажные, смотровые площадки. Это есть, это реально. Говорите вы точно с одесским акцентом. Ну да. Я займу еще 2 минуты ваших ушей и все.
Николай говорил, вот там в Латвии или в Литве где-то там имеется там несколько там тепловых компаний, у нас нету доступа к этим сетям, понимаете? Вот советское пространство, как говорит Миша, надо поломать совок. Вот его надо нафиг поломать и все. У нас нет доступа к энергосетям. Посмотрите, вот. Сейчас не хочу. Взял и включил, а там себе убили. И все, и сидит. Какая прелесть. Неверчук — это голова правления. Я всю гостиницу отключили, браво. Я с ним борюсь 5 лет. Я работал 7 лет в энергонадзоре, я боролся с этой единой организацией Одесса Облэнерго, которая просто кончает людей. Чтобы вы себе понимали, 14 лет назад, первый мой опыт, ну, борьбы с вот этой вот Одесса Облэнерго, это оштрафовали дедушку за то, что погрызена пломба на 25 тысяч гривен. 25 тысяч гривен 14 лет назад. Подключение 6 тысяч долларов. Да, то, что подключение сейчас вот Волк сделал, да, послабление, допустим, стандартное приеднание. Вот я, живой пример, 2 года назад заплатил деньги за 42 киловатта, 32 с чем-то тысячи гривен. 2 года я не могу подключить стандартное приеднание. У меня гостиница в затоке. Я 5 лет ее не могу построить. 5 лет я воюю с этой конченной компанией. Воблэнерго она называется, запомните. Вобла. Потому что по-другому, ну, можно шопла назвать. Других у меня слов нету. Миша говорил дебилы, я скажу, что это очень ласковое слово. У нас да, нет доступа к сетям. У нас нет доступа к сетям, вы понимаете? У нас нет влияния на эту монополию. Я единственное, что я хочу, вот я не понимаю в этом всем, я при этом шел в очередной раз. Я много раз путался, думал, надо мне это, не надо. Приезжал, смотрел, понимал, что надо. Приезжаю домой, жена говорит, нахрен, ну тебе надо. Ну, говорю, ну надо. Друзья мне говорят, зачем? Я говорю, ну хороший человек, надо помочь. Хороший человек не профессия. Так вот я хочу, чтобы вы нам всем объяснили, как мы сможем вот этот вот клубок коррупции, прокурора, судьи. На меня арестовали недавно. Вот недавно, извините, сейчас так закончу. Арестовали, хотели посадить на 15 суток за злительную непокорную с первоведомственной полиции. 12 раз я ходил на заседание суда, благо дело судья честный попался, честно. То есть он рассмотрел, 12 раз переносилось, потому что те не являлись эти. Но я живой пример, что есть судья. Вот живой пример, что есть честный судья. Из полицейских, пока Миш сидел в СБУ, я нарушал правила дорожного движения, бо я этот знак не видел, он где-то очень высоко был на Хрещатике. Я 1.5 часа с ним разговаривал. Он говорит, я хочу работать в полиции, я пришел туда. Нам платят зарплату, но нам, говорят, страховку мы тебе не дадим. Какого-то его сотрудника подстрелили там или что-то ранили. Сам лечись, форму не дают. То есть, ну как бы, это... Ну нет реформ. Для того, чтобы вот это произошло, нужна политическая воля. Как Миша говорит, закрутить болтик. Все. Нужна политическая воля. Я хочу сказать, и объединение. Я хочу сказать, что... Спасибо. Я сейчас я вам дам. Я хочу сказать, что, значит, по полиции. Это просто сердце разрывается. Во-первых, набрали в основном ребят иногородних в полицию. Как вы знаете, потому что там же еще там нюансы были, что обязательно 100% знания украинского языка, трудно было по этим критериям много людей набрать в Одессе, которые бы хотели работать в полиции. Набрали иногородки, не дали квартиры. Не дали квартиры, они в Одессе, особенно летом, дорого, 5 человек в одной комнате жили, в том числе голова патруля тогда при мне. И реально, я с ними ночью патрулировал, потом с ними разговаривал с ребятами, они стоят на этой старой полиции, верно, едят шаурму эту, потому что на эту зарплату нормальную пищу нельзя купить. Там же курилка у них, старые здания, не дают денег на квартиру. То есть, на самого начала все было сделано, чтобы реформу убить. Потому что Грузия, она по грузинскому образцу, Грузия это новое здание, Грузия это реально дополнительные премии все время, зарплата, начальная зарплата Грузии тогда была такая же, как в Украине сейчас, хотя разница в годах огромная, цены совершенно другие сейчас. А потом уже добавилось, сейчас в Грузии получают 3 раза больше, чем здесь. И потом проблема была то, что если квартиру, не квартиру надо дать, как минимум деньги на квартиру, если он не на дороге. То есть эти деньги никто не хочет. Тебе дали форму, значок, иди сам добивай деньги. Вот в чем проблема. И поэтому у них огромный отток. Кстати, те классные ребята, которыми я общался, тогда они все ушли из полиции. Вот и вся история. И хотелось сказать, что действительно у вас такой акцент. Перед тем, как меня второй раз арестовали, я большой лежал. И посмотрел 8 серий япончиков. Там же все таким акцентом разговаривали. И как раз в конце 8 серии зашли самый интересный момент с оперы. Говорят, идемте с нами. Хочу досмотреть еще этот фильм. Но сначала мы должны
покручит фильм снять. Прошу. Свет, да, и вот здесь еще полиция на карманы, на Патруханову. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Один из родов моей деятельности – это адвокатура. Какой мой внос в деятельность Михаила? Осенью у нас были выборы, местные советы. Я бесплатно ездил и помогал нашим депутатам. Михаил уже указал о том, что в Горсаду была стычка с местной властью. Я тоже там нашего одного активиста забрали и хотели посадить. Его посадили, кстати, но ненадолго, мы его оттуда завытащили. 5 числа 12 месяца нашу активистку тоже, когда Михаила забирали, она разбила стекло полицейской машины, ее хотели посадить. Я бесплатно осуществляю помощь таким людям, бесплатно езжу в Киев, все за свои деньги, и призываю всех, кто не может помогать. Юрий. Как фамилия? Белянский. Вот вам спартанец, спасибо. Кто не может, кто не может своими силами помочь, я бы попросил, чтобы подготавливали тех людей, которые сидят, может быть, у телевизоров, может быть, соседи, о том, чтобы были они готовы к тому, что если Михаил призовет, чтобы они всегда были готовы помочь. Потому что я скажу о Нию Васюках. Я весной был в Грузии, и мне очень сильно там понравилось. Я был в Батуми, был в Тбилиси. И когда ехал я в аэропорт в Батуми, у таксиста спрашивал, как же вам удалось эту красоту сделать. А он говорит, что вот эта вот вся дорога, которая там длится, там были частный сектор и мандариновые плантации. Каким образом Михаил просил людей покинуть эту территорию для застройки? Квадратный метр жилой площади на тот момент стоил $2. Михаил им дал 50. Вот вам и нью-васики. То есть насколько честный и насколько людей он не обижает. Нет, на самом деле я ничего не дал, я дал, мы сделали то, что мы не украли эти деньги. Потому что эти деньги в Украине есть 53% теневой экономики. Если вывести ее из тени, почему я считаю, что в Украине можно запросто минимум на 40%, минимум сразу убавить налоги. И на бюджет это никак не отразится. Потому что если убавить налоги, если убрать большинство таможенных тарифов, если все будут платить, то если все будут платить, то бюджет сразу увеличится минимум 3-4 раза. Я в Грузии бюджет за все годы моей президенции общей сложности увеличится в 11 раз. В Грузии гораздо меньше ресурсов, чем в Украине. Гораздо, несравненно меньше. Просто эти деньги идут в карман, а потом используют для того, чтобы набить людей тут. Прошу вас. И я просто хочу еще раз, вы видите все, что вы видели, потому что еще раз хочу сказать, что сначала отключили этот зал точечно, потом мы взяли заложники электрика, это новое уголовное дело будет. И на самом деле электрик уже не смог отключаться, и они отключили полностью зал и выставили себе на посмешище. Потому что сейчас смотрит, да, всю гостиницу. Много тысяч человек сейчас смотрит это по Фейсбуку. Сначала вот и вот сюда, чтобы вас видели, потому что света нет просто. И вот такая ситуация. А мы все равно продолжаем. Прошу вас. Сейчас я потом. Вопрос можно будет? Сейчас я потом все расскажу. Миша. Можно? Да, с удовольствием. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Николаевич. Щиро вітаю з вами на Одещині. Хочу нагадати про нашу минулу з вами зустріч, яка відбулася 2,5 роки тому. Якщо пам'ятаєте, в той день ми давали прес-конференцію на Французькому бульварі в своїй резиденції новій. Ми тоді вкладники Дельтабанку. Так, я пам'ятаю добре. Так, зібралися. Я передавав привіт від вас до цієї Гонтарєва, і вона ніяк не зреагувала. Ну, ми свою місію виконали. Ми гроші в банк поклали, вона їх забрала, більше мені не потрібно. Питання зараз в іншому. Я просто згадую, наскільки легко було попасти до вас на прес-конференцію без металошукачів.
Зазвичай в нічний клуб в Одесі заходиш, тебе охорона перевірить, переради, чи є в тебе в сумочці пляшка води, чи може нема в тебе якоїсь зброї. До вас ми попали 15 чоловік безперешкодно. Ну, от як ви як пообіцяли, як закінчилась прес-конференція, так ми до вас і потрапили, буквально відразу. І спілкувалися в такій невимушеній, абсолютно невимушеній обстановці, задавали питання, вони приділили досить багато часу. Я чому порівнюю? Тому що у нас був досвід спілкування з представниками президента в адміністрації в Києві. Ми також їздили туди і намагалися добитися правди, бо не вірили, що після Майдану, що після Революції Гідності, коли гідність стояла, була на прапорах на наших знаменах, з людьми може так цинічно поступити. Чи адміністрація президента, сама процедура проникнення туди, да? Нас таки вирішили вислухати, бо нас зібрали досить багато. Але вирішили, як ми потім з'ясували, для чого? Для того, щоб просто водити за ніс. Вони боялися, що вкладники всіх банків беруться докупи. Тоді нас вийдуть на тисячі, а вийдуть 5, 7, 10 тисяч, і ми станемо, як стояв Майдан. Так я до чого хочу сказати, що порівнюючи взагалі, да, рівень екс-президент Грузії, 15 хвилин, і ми зайшли буквально безперешкодно, провели стільки часу, і 3 години на огляд в адміністрації президента, саме тільки для того, щоб поспілкуватися з другим заступником голови адміністрації президента Ложкіна. Нам, в принципі, багато вдалося зробити на той час. Ми тоді зібрали круглий стіл в адміністрації президента. Правда, перед цим вимушені були покричати про нашого щирого Петра Олексійовича те, що буквально 2 роки тому кричали про Путіна футбольні вболівальники, і це знімали всі СБУшники прямо біля адміністрації президента. Нам вирішили все ж таки надати можливість або випустити пару, не знаю, як це називалося. Ми зайшли на ці перемовини, там сидів і Данилюк, до речі, дуже достойна людина, зараз і міністр економіки. Так, він єдина порядна людина зараз говорить. Він якраз був ініціатором організації цієї зустрічі. Там сиділи представники Міністерства фінансів на той час. Там сиділи представники Ощадбанку, Національного банку. І вони нас в очі питали, що ж ви хочете? Ми зараз націоналізуємо Дельтабанк, повернемо вкладникам гроші, а завтра ви знову понесете їх в інші банки під 27% чи під 30%. І банк, ну, одним словом, вони увічі не стидалися запитувати абсолютно цинічні речі. Ви ж кажете, отримали свої гарантовані суми. Що ви ще хочете? Питання в іншому. Питання просто в іншому. Ми як вкладники перекривали Хрещатик і тримали в облозі центр Києва на протязі 4 години. Спецпризначенці бігали вздовж Хрещатика, правда, це було серед білого дня. Ми переконалися, що без засобів масової інформації, центральних засобів, нам не перемогти. Ви намагаєтесь зробити щось подібне вже ну, буквально третю-п'яту спробу. Чи не здається вам більш доцільним почати підготовку до виборів, чергових виборів? Тому що олігархи вже готуються, олігархи вже проплачують, олігархи вже інвестують, вони розставляють свої ідеї на позиціях в майбутнє. А народ України, він фактично не готовий, він не знає, на кого робити ставку. Ми, як завжди, потрібні будемо політикам тільки в день виборів, раз на 5 років. Чи не хочете ви, не розглядали ви таку думку на рахунок праймеріс, як в Америці, да? Коли за рік до виборів йдуть змагання кандидатів, а потім найкращих з них, оцих 300 спартанців, про яких ви говорили, вже вони тоді йдуть на вибори і змагаються з... Абсолютно. У вас как раз меня спрашивают, кто будет президентом, я говорю, что я не могу вам сказать, так? Пусть будет 5 кандидатов, скажут, что остальные 4, допустим. Пусть 3 самых главных социологических служб проверят после 3 месяцев кампании, дебатов, кто из них самый лучший, и остальные поддержат. И тогда это будет как реальный народный кандидат, который победит кандидата олигарха. Иначе они будут все тянуться дело на себя и каждого разгромят по отдельности. Я извиняюсь, Владимир Ланаур, про экономику будет. Дорогие друзья, чтобы наша пресса работала лучше, давайте зажгем все свои телефоны. Пусть в зале будет светло, и мы таким образом покажем, что нам не надо решения олигархических каких-то структур. Мы сами зажгем свет в зале. Включите, давайте, пожалуйста, телефоны. Давайте. Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, короткий вопрос. Сейчас, секунду, Владимир Ланаур, и у нас будет. Да, сейчас у всех.
Сейчас, конечно, просто Блохинодов будет отвечать на экономическую историю. Первое. Наша предвыборная работа – это протестный митинг. Если вы думаете, что мы не начали борьбу на выборах, то вы ошибаетесь. Олигархи действуют своими методами, а мы поднимаем людей. Мы им даем веру, что есть силы в обществе, что каждый отдельно слаб, а собрались 50 тысяч или 80 тысяч в последний раз на Крещатике. Это сила. И все поняли, судьи поняли, СБУшники поняли, что Михаила не перебороть, что он идет решительно. И весь народ понимает, что все эти разговоры про него и про там рухи новые и так далее, все это брехня, что на самом деле, вот телевидение закрыли, вообще нету никаких каналов, где предупреждали, что будут митинги, да? Я не знаю, как люди, 60-80 тысяч пришли, не знаю, в Киеве. Я вижу там в Фейсбуке, но другие же могут не видеть, они приходят, они друг другу передают. И Михаил попросил, киевляне, поднимите руки. 70-75% рук было. Говорили, что Киев не уходит, только просто приезжают. Вышли люди, интеллигенция вышла. Понимают, что это тяжело, это холодно и так далее. Поймите, мы будем подниматься на протесты, все большее количество людей поверят в то, что это есть сила, а не фейк, а не игры какие-то. Михаил тут не проходит, он уедет или еще что там рассказывает, или его посадят и так далее. Никто его не посадит, если народ будет говорить нет, нет и нет. И дальше. Поймите, если у нас протест расширяется, система становится слабее, там бегут уже крысы с корабля, и хорошие, и плохие, но бегут. И весь мир видит, что народ борется с этой властью. Весь мир будет давить, будут санкции индивидуальные и так далее. И нормальная власть в таких условиях, она бы сказала, извините, мы не справляемся, простите нас, не садите нас в тюрьму и так далее. А эта власть, по-видимому, что-то по-другому думает. Но тем не менее, мы идем на выбор. Вот эти протесты, это агитация людей на выбор. Все больше, я это, Михаил, мы там 2 месяца только как начали сотрудничать, но это наш путь на выборы, чтобы... Да. Что мы обязательно выйдем на выборы с большими ресурсами, с большими возможностями, и это будет... Оно по-другому просто не может быть. Будьте спокойны, мы все работаем, и мы выйдем на выборы и будем побеждать. Теперь про экономику. То, что они наделали с экономикой, это просто страшно. Олигархи, мало того, что они уже посадили заводы, что они разграбили банковскую систему, что они выняли деньги у нас из карманов, когда повысили тарифы, когда курс провалили уже почти в 4 раза, и продолжают это делать, и у них это план такой, что они арестовали банки, в банках счета, забрали у кредиторов предприятия, но пытаются в Коломойского. Что вообще с Коломойским происходит? Они думали, что заберут банк, а в банке в залогах заводы стоят, в том числе Коломойского, и они, забрав банк, заберут и завод. Через суды заберут завод. А это не получается. Работают суды уже, и там разные ресурсы работают и тому подобное. И в результате они расписались, и на днях, и вчера, позавчера они говорят, что это обман, это криминал, это вывод денег и так далее. Я к чему говорю? Развалены системы, не работают, промышленность не растет. Сельское хозяйство в 2017 году имеет нулевой темп прироста. Куда дальше? Цены на овощи и на мясо выросли на 30-40%. Почему? Потому что латифундисты вывозят зерно. Зерна в стране не хватает. Великий рогатый скот нечем кормить. Курицу они придерживают специально. Не выпускают. А сейчас приняли решение, что молоко нельзя сдавать. Теперь молоко... Да. Это значит, что будет скот убивать? Да. И потом будет меньше через будет некоторое молока. Время мясо опять пойдет цену вверх. Да, молока нету, будет меньше, будет расти цены на молоко. Я еще хочу один факт такой. Вот у вас команда Черноморец. Посмотрите, что происходит, что делают олигархи. У вас Черноморец лег почти что, правда? Климов или кто там владел? Климов. Да. Металлист, который входил уже там в финал европейских кубков, нету такой команды. Днепр был финалистом и так далее. Все развалили. Они не способны ничего создавать. Они только Динамо могут... Киев. Да, ну еще... Турки строят этот дом прямо на пляже.
Если бы здесь была власть, нельзя строить квартирные дома на пляже, еще посередине тропы здоровья. То есть разрезали тропу здоровья и строят дом на пляже, квартиры. Когда вы говорите Батуми, Батуми это было вообще ни в одной нормальной стране этого не было. Я хочу сказать, как на футболе разваливается экономика. Если это олигарх, который питается только за счет того, что или из бюджета украдет, или из национального банка, или тарифы поднимет. А тарифы, конечно, это нереально, ненормально. Они будут снижены, они будут задницу свою прятать на Западе где-то, убегут очень быстро и бросят футбольный клуб. Если же была бы система футбола, где бы билеты и членские, имеется в виду билеты, какие-то другие инструменты продавались вот населению Одессы, они были бы собственниками банка, собственники команды, то никогда в футбол ушел бы президент, а команда бы осталась. Вот вам пример того, как нужно дифференцировать это все. Такие вот вещи, какие нам нужно сделать, ну, распустить монополии, это понятно. У олигархов забрать заводы, где они получены незаконно, либо у них огромные долги, либо они стали монополистами, и это противоречит законодательству Украины и Конституции, что они не могут вот этот ДТЭК там или еще какие-то угольные дела, весь уголь и устанавливают свою цену. Это противоречит Конституции, поэтому их компании нужно распускать решениями суда, продавать на фондовых рынках, и пусть отдельные заводы, шахты конкурируют между собой, так же как в энергетике. То есть нам нужна новая альтернативная энергетика, автономно существующая и так далее, которая конкурирует с крупными старыми системами. Короче, Михаил, я прошу вас, знаете что, давайте фильм сделаем про экономику. Такие крупные блоки, которые нам... Давайте нужны. Лучше экономику сделаем. Спасибо, я... Это старая еврейская пословица, что мечты о булке все-таки... Это не булка, на самом деле, правильно? Мы встречались с бизнесом. Значит, нам экономику поднимать за счет малого и среднего бизнеса. Перевести деньги в эти сектора, потому что там создаются, и промышленность там будет лучшая, а не в нефтегаз переводить деньги, а в малый и средний бизнес. В отношении налогов тут говорилось немножко об этом. Новый налоговый кодекс, мы просто его переписываем, потому что там не те определения, не те институты, не та милиция, не те права арестовывать, это вообще не должно быть. Это, как Михаил говорит, сервисная служба, и не должно быть контактов. Мы уже говорили, как там ПДВ поменять, что это будет комбинированная система для разных отраслей, для разных технологических переделов. Я говорю, хочу сказать, мы с вами знаем, что делать, мы это сделаем, мы политически созрели, уже не будем ждать, что Порошенко нам... Милостыни от природы ждать не будем, будем это все делать. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Давайте. Я думал, Геннадий Рубанас смолоса. Советский Игорь. Я хочу сказать, не буду говорить много, потому что для того, чтобы все это заработало, о чем здесь говорят люди, в этом фильме я увидел тот стержень, которого не было 27 лет в нашей прекрасной стране. Этот стержень является вынос парламента вот туда, куда показывались. И, кстати, поближе к Одессе. Полная перезагрузка его, потому что парламент является черной дырой этой прекрасной страны, нашей прекрасной страны. У меня все. Мы должны поддержать, помочь вот это все. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Я просто вибачаюсь, мене багато тут люди знають, і в мене питання, воно дуже... Таке, воно може для вас було зручне, можете подавати. Давайте. Ми всі знаємо, як відноситись до Труханова. Півтора роки тому в нас в Одесі був антитрухановський майдан. Я знаю, що тут є присутні люди, які були на антитрухановському майдані, які його підтримували, які постійно на ньому чергували. Але от що сталося. Стався роз'їм антитрухановського майдану якраз під час вашого губернаторства. Головою МВС Одеської області був лорд Юпанідзе. Будь ласка, пане Михайло, поясніть нам, що сталося. Ні, я хочу сказати, що я виключаю, що лорд Юпанідзе був в зговорі з Труханом. Тогдашнє время ми навіть з Труханом були відкриті враги вже. І лорд Юпанідзе, якщо знаєте, дуже скоро оттуда убрали взагалі. Тому що у нього рычагов контролю над поліцією не було.
И все помнят, и все могут сказать, что Дольф Бейдер никогда не брал взяток и никогда не вступал в никакие сговоры. Также Шаполидзе не брал взяток, не вступал в сговоры. Сколько прокуроров глав УВД, вы помните, Одесской области, которые не брали, и таможня, не брали взяток, не было в сговоре. Сколько глав, какую эпоху, вы помните, последний раз в Одессе, тут есть люди и более опытные, чем я, когда глава милиции, прокуратуры и таможни в Одессе не брали взятки. Я хочу спросить. Да, и не всегда все получалось. Але ж люди викликали поліцію. Тобто, наприклад, коли була вже ясна ситуація, що зараз буде бійка, це було буквально перед самим, коли я думаю, що це була помилка. Була поліція, було все. Але поліція ніяк, взагалі, вона не відреагувала на, скажімо так, на наші доводи, що зараз буде бійка, зараз буде кров. І що сталося конкретно? Ну я не знаю. Ну що? Чому так сталося? Поясніть. Давай, побудували ми нову поліцію тут, не встигли. І побудувати нову поліцію в Нордфеді ми не змог би. Тому що там були старі опери, старі всі заступники, старі всі люди. І це змінити, на жаль, за діяльність одного чесного там поліцейського неможливо. От це так. І це приклад для того, щоб треба міняти систему. А ви є губернатор, ви як змогли А що я можу зробити? Чому я прийшов з губернатором? Михайло Миколаївич, я просто хотів цей вопрос потім задати, от Ігоря переділу. Суть не в этом. Просто единственная сила, то есть, которая сейчас борется против Труханова, которая подает, то есть действует систематически, через суды юридически действует, это, ну, все его знают, Михаил Кузаков. Он постоянно в судах против Труханова, одно дело, второе, третье, он судом не вылазит. И просто у него не то, что обида, то есть у него непонятное впечатление тогда сложилось, то есть на тот момент, почему так произошло. То есть он все это уже показывал, то есть он не против. Это мафия не только вас подогнала. Она вместе с Кием выдавила меня из Одессы. И кто, если у кого-то накопилась злость и обида, это гораздо больше я, чем ваш друг Михаил, и при всем уважении, чем любой из вас. Потому что я точно знал, что я хотел тут сделать, и я точно знал, что мне не дали делать. И это такое огромное чувство обиды, что можно сделать и с Одессой, и с областью, и что, для чего эта мафия нас не подпустила. Со всеми возможными для них методами. И реально не просто вас разогнали, разогнали идею, вообще что-то поменять. Вот что вопрос. Поэтому мы абсолютно по одной стороне баррикад, чтобы никто не сомневался. Сейчас главное, что мы не сможем просто там 50 человек, 100 человек где-то. Это очень важно. Но если нас не будет 50 тысяч, 100 тысяч, нас всегда будут разгонять, и нас потом будут затаскивать по судам, как вы правильно сказали. Вот и вся история. Мы должны обязательно объединяться. И это главный пример того, тех историй, которые я здесь. Я с самого начала, я прямо скажу, я надеялся очень, что будет поддержка с Киева. И на поддержку с Киева я гораздо больше рассчитывал, чем даже, я хочу признаться, чем даже на поддержку местных активистов. Я думаю, Киев поддержит, мы проломаем, мы пойдем, все равно у нас будет. Оказывается, не тут-то было. Какое поддержка? Как только так сразу. Да, поэтому это была и моя ошибка. С самого начала надо было понимать, что Киев сюда меня не реформы делать послал, для каких-то своих лиг, и как только мы реально коснулись главных этих ноток, моментально все. Например, Лорд Химейди снял, то есть все в этом, главу полиции 7-го километра. И Лорд Химейди сняли из-за этого. Тому времени, о котором вы рассказываете, у него вообще никаких рычагов полиции уже не было. Он ходил грустно, говорит, у меня забрали УПОП, у меня забрали всех этих, у меня забрали общественный порядок, у меня ничего нет, что у меня остается? У него в конце остался только спецназ, который он тренировал вместе с каким-то инструктором, которого мы привезли в Грузию. Кстати, кто его тренировал, то с мешком на голове, это вообще был такой глава грузинского террористического центра, когда против грузин репрессировали, его выгнали с мешком на голову, на вертолете сюда и на пароме отсюда. Вот и вся история. Поэтому, да, может быть, Локтмайн должен был среагировать публично, но это не публичный человек. У него не было рычагов, это вот та вся история, которая тогда произошла. Пожалуйста. Меня зовут Дина, многие из вас меня знают. Я хочу дополнить то, что даже если меня многие спрашивают, почему Саакашвили ничего не сделал в Одессе. Я говорю, то есть я многим это говорила, еще раз повторяю, даже если самого искусного пловца кинуть в бассейн со связанными руками и ногами, он его исход будет плачевный. Точно так же было и с лодки Паницы, и с мистером президентом.
И еще я хочу немного добавить то, что сделал Михаил в Грузии. Я на примере своей семьи могу сказать. Дело в том, что до Михаила в Грузии при правлении Шеварднадзе мои родители жили как перелетные птицы. Я их зимой забирала сюда, в конце весны они улетали туда, потому что там не было ни света, ни газа. Это все известно всем. Давайте будем определяться, по сути, что сейчас. Нам делать сейчас. Абсолютно вы правы. Это не уроки истории. Спасибо, давайте. Сейчас, давайте все друг друга послушаем. Давайте. Я очень коротко. Я встречался с Михаилом Николаевичем первый раз, когда... Предложение очень короткое. Значит, тогда, когда Михаил Николаевич сказал, что ему Киев дал карт-бланш, мы все не поверили в это. Сейчас Михаил Николаевич признал, что это была его ошибка. И поэтому все, что он пытался сделать и в Украине, и в Одессе, не получилось. Поэтому, если мы сейчас подытожим все, что мы здесь говорили, то все сводится к одному. Нужна политическая воля самого верха. Поэтому вопрос такой, какова стратегическая цель того, что вы делаете? Поменять самый верх. Нет, вопрос этот понятный, но как? Что мы должны сейчас, к чему должны готовиться? Потому что гречка управляет мозгами на сегодняшний день. Вопрос в том, к чему мы должны сейчас готовиться? К досрочным перевыборам парламента, на что работать надо? Вот вопрос. Я расскажу, к чему нам готовиться? А? Можно я расскажу, к чему? Давайте, пожалуйста. Можно? Давайте. Я что хочу сказать? У меня идет прямой эфир, извините. Хорошо, заказ. Это современная коммуникация, они хотят со мной слышать. Спасибо. Я хочу что сказать? Мы говорим о новых выборах, перевыборах. Извините, мы не сделаем перевыборы, ни выборы, ничего мы не сделали, пока мы не... Мы прекрасно понимаем, никто спокойно не уйдет, никто по желанию, по своему не уйдет. Поэтому у меня предложение, внимание. У меня предложение разработать закон об импичменте. Если у нас прямо по пунктам с учетом международного права. Кто его примет? Подождите, я сейчас скажу, не спешите. Этот закон, который буквально по пунктам, с учетом юристов, международных комиссий и все такое прочее, и наших предложений, его мы должны подать в парламент от народа. Мы народ избирали президента. Слушайте, мы народ избирали президента, мы имеем право его снимать. Мы имеем право внести этот документ. Послушайте дальше. Одновременно с этим параллельно нужно новую избирательную комиссию. У нас старая комиссия с Ахендовским ничего не сделает. Будет так, как скажет старый президент. Третье. Параллельно мы должны делать, наверное, выбирать людей для нашего правительства нового, параллельного, пусть оно будет теневое, пусть оно как угодно будет называться. Но это должно быть вот 30 пунктов. Если мы сейчас этим не займемся, мы ничего не сможем сдвинуть с места. Вот и все. Спасибо. Я просто хочу объяснить, это все так, но этот закон там лежит у них. И все, механизмы юридически у них лежат. И новый избирательный закон, я хочу под нашим нажимом, они приняли в первом чтении, забыли. Да. И ждут того момента, пока все забудут. Поэтому вы правильно сказали, гречка, но как только мы создадим волну, гречка не будет уже актуальна. Если мы будем просто по их правилам, спокойно, дождитесь еще полтора года, там потом выйдете, поголосуете, это чистая разводка. К тому времени они зачистят политическое поле, они уберут Ситника с табу. Они не примут антикоррупционный суд. Они каким-то образом избавятся от меня из страны. Они затаскают по судам и по этих людей, которые реально способны на что-то делать. Они дискредитируют идею протеста. Они скажут, ну вот доходились мирно, и что? И потом зачистим поле, телеканал «Украина» там, «Думская» или какая-нибудь здесь, «Здоровье» там, и назовите все их каналы, спокойно проведут выборы, как это и нужно. Поэтому ситуация такая, что мы не секундомер включен. Сможем мы добиться выборов через акции, через там, я не знаю, две недели. Нужно делать это. Через месяц нужно делать это. Не получится за три месяца. Через три месяца надо пытаться. Все время надо показывать, что мы есть. Абсолютно правильно сказала она вы. Все время эту будку надо сотрясать.
Это у этого пса коррупции, который внутри сидит, не такие крепкие нервы. Он давно уже очень, он давно уже стал неврастенником, он слабый и так далее, и зубы уже не те, которые были. Просто параллельно нужно вести подготовку к избирательным участкам. Однозначно. Потому что, я секундочку, потому что только в Одессе 400 избирательных участков. Ясно. На каждый участок нужно два члена, два наблюдателя. Это 1600 человек. Я в курсе. Я в курсе, потому что... Чтобы эти 1600 человек набрать, нужно вести агитационную работу, нужно ставить палатки, нужно, чтобы палатка была агитационная литература. Абсолютно. Это абсолютно рутинная... работа, то без нее мы ничего не сделаем. Мы ничего не сделаем, потому что я... Это все хорошо, революция это хорошо. На выборах мэра я совершенно правы. Давайте. На выборах мэра я сам, многие из вас тут были, я сам показывал протоколы, как их переписывали. Ситуация на выборах мэра очень простая. Значит, сначала Трухана, то есть во второй тур, должен был быть второй тур. Трухана набрал максимум 46%. Точно такая ситуация была в Николаеве, и во втором туре там мэр проиграл. Представителю самопомощи. Он то есть, набрал 46%, и он начал переписывать протоколы. Я его пригласил на встречу, я сказал, ты сейчас переписываешь протоколы. Мы, кстати, вот в тот момент еще у Оркестрии была власть, мы поговорили вместе с Оркестрией, мы поговорили с ним вместе с Амарелем. Это уголовно наказуемое дело. Прекратяйте переписывать протоколы, и давай идти на второй тур, и на второй тур будет так, как будет. Он сказал, ну я боюсь, во втором туре вы тут будете вмешиваться, у вас есть рейтинг. Я говорю, вот тебе, хорошо, если ты идешь на второй тур, я тебе обещаю, что я уеду из Одессы на 2 недели. Я был готов это сделать, куда-нибудь в командировку выдумаю. Никто не будет вмешиваться, я вообще не выступлю ни одним заявлением. Никто из моих людей, кого ты боишься, не будет выступать никаким заявлением. Будешь ты кандидат, и там друг с другом разбирайся. Он говорит, давайте ударить по рукам на другом этаже там, этой, правительства дома на французском бульваре, эта история происходила. Ударили по рукам, он прислал своего человека, и, значит, он прислал своего человека и начали обратно переписывать протокол, восстанавливать правильный протокол. Все идет по плану 2 часа. В это время звонит Порошенко. Говорит, какая там у вас ситуация? Я посчитал, что Порошенко, я интересную историю сказал. Естественно, на моей стороне. Я ему радостно рассказал, что вот тут была попытка фальсификации, но вы не волнуйтесь, мы договорились, все, сейчас мы сидим, восстанавливаем справедливость, будет второй тур. Он говорит, прекрати, прекрати, нет, 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 подожди. Я говорю, я сейчас буду делать заявление. Не делай никаких заявлений. Он мне говорит, ну, говорю, хорошо, я говорю, не буду делать заявление, хорошо. Через полчаса или через 40 минут представитель Порошенко, вот, который он провел, Труханова, которого прислал, который сидел с нашим представителем и обратно переписывал протоколы, то есть восстанавливал правильные протоколы, попросился в туалет и исчез. Канализация. Да. Труханов отключил телефон. И они опять восстанавливали. То есть Порошенко узнал от меня информацию. Через Ковальчука, насколько я потом узнал. Ковальчук позвонил и говорит, все, папа, что ты делаешь? Ты что, с ума сошел? Оставляй все как есть. Вот и вся эта история была. И поэтому это не просто история. Почему я решил, что грибы гниют с головы? Не история Труханова. Да его, у него два других гражданства. Меня лишили гражданства по фальшивым документам. Его абсолютно законных основаниях можно. Его можно засадить 100 раз на многие вещи. Но тут история такая. Вор и люди говорят, его, конечно, могут в какой-то момент убрать. Но не дай бог, его уберут и опять подсунут вам другого. Что вот что, делать? Что вы совершенно правы, вы должны готовиться к выборам. Совершенно. Секундочку, существует политический работа, а существует практический работа, существует идеологическая работа, а также оргработа. Если мы этого не будем учитывать, то я не знаю, что мы не сделаем. Давайте создадим объединенный штаб для подготовки до новых выборов, я серьезно говорю. Для меня очень важно. Так это самое главное. Да, для меня Одесса это важнейший город. Важнейший, потому что еще раз считаю, я считаю, что Одесса станет. Одесса 2 миллиона. Да, и Одесса потянет за собой Украину. Не Украина должна тянуть Одессу куда-то, а Одесса потянет Украину. Одесса будет главным локомотивом роста Украины. Просто я вижу, вот как на вас смотрю. Какой? Я очень люблю Батумин, но потом, что по сравнению с Одессой, Одесса 150 Батумин. Еще в квадрате. Реально, надо понимать. В чем цель? Цель завести в органы местного самоуправления. Абсолютно. Цель завести в парламент наших людей, преодолеть барьер, правильно? Потому что, если мы помним, созыв Верховной Рады позапрошлый... Парламент нам это... Свобода!
имело 20 человек всего. Они там такой шум делают, что мало не казалось. Давайте несколько... Несколько высказываний, потому что я не хочу, чтобы я позвал Акиеву, во-вторых, мне надо еще на телеканал идти, чтобы не быть информационным богатым. Михаил Николаевич, смотри. Меня зовут Олег Михайлик, мы с вами много раз встречались уже. Давайте послушаем. Ситуация такая, Труханов рано или поздно сбежит. Понятно, что никто его сажать не будет. И он сбежит с тем, что он на грани. И мы окажемся в той же ситуации, в которой находимся сейчас, когда не будет согласованности действий у тех людей, которые любят этот город и хотят его поменять. У нас не будет кандидата, у которого на тот момент будет узнаваемость, ресурсы людские и финансовые. И у нас опять будет, как во всей Украине, на двух гетманов, там три атамана или наоборот. Что делать? Ситуация развивается быстро и, скорее всего, это произойдет уже в этом году. Это первый вопрос. И второе, однозначно нужны перевыборы в Верховную Раду. И это одна из основных задач, как мне кажется, на уровне государства. Вот две задачи. Если по уровню государства вы действительно много ездите и поднимаете людей, и показываете им, что дальше так жить нельзя, что делать в Одессе, здесь никто не знает. Спасибо. Только не в эту Верховную Раду. 27 лет туда заходят. Абсолютно я с вами согласен. Давайте создавать штаб. Если вы согласитесь с нами вместе работать, давайте создавать штаб. Прошу. Я приветствую всех, и я хочу немножко продолжить ту тему, которую Михаил сказал, о фальсификации выборов, потому что, если вы помните, именно я принесла те протоколы, которые дошли потом до Порошенко, до всех остальных. Так вот, я хочу сейчас еще рассказать о теме спартанцев. И хочу сказать, чтобы это все знали. Если вы идете против власти, как шла я вместе с Мишей, да, будьте готовы к тому, что вас будут прессовать, как прессуют мою семью. Моего мужа тоже лишили гражданства, как и вас. Серьезно? Да. Вот. И никто вам не поможет, как не помогли мне. Просто я хочу, чтобы вы были к этому все готовы. Скажите, по какой причине вашего мужа лишили гражданства? Точно по такой же, как Михаил Николаевич. Нет. 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 Да, давайте. Я извиняюсь. Да. Да, давайте. Друзья, сегодня мы собрались вот здесь. 2 часа назад я сам в Грузии позвонил домой, город Ахалцихе, если да. Вы знаете. Я сказал, что Ахалцихе Рабаты мы скопировали в Белгороде. Да. И этот друг, я еду сюда, они продолжают. Я говорю, куда ты спешишь? Я говорю, я еду на встречу с Саакашвили. Они говорят, благодарите Саакашвили, что мы сейчас живем так прекрасно. Нет, спасибо Ленину за сегодняшний день. Я должен сказать, что там был крепость старый, который он восстановил. Я украл Белгород-Нисовскую крепость модель, чтобы понимать. Сейчас что я скажу? Я не экстрасенс. Но в 2003 году, когда он был молодым президентом, я уже с вами встречался, я художник, ученый, керамист и так дальше. У меня была выставка в Болгарском культурном центре. Это был день поднятия грузинского флага. И до этого я знал, какой он уже рассказывал вот так. Я не рисовал картину, у нас есть грузинский герой Амирани, который по сказке он Амирани да, освобождал солнце от драконов. Я не рисовал эту картину, как этот Амирани берет этот дракон гору и освобождает солнце. Эту картину подарил молодому президенту и написал этот адрес вот это и через консул Парижа я передал. Но сегодняшний министр
Я тогда, 14, даже 15 лет назад, я его сравнил с Амираном, который написал в адрес, что вы молодой президент, вы освобождаете Грузию от дракона. И сейчас этот Амиран появился у нас на Украине, который схватил еще, может быть, не до конца, но уже вот-вот он тоже соединит руку. И солнце – это Украина, и он освобождает хочет. Еще что они сказали? Пустите Саакашвили к нам обратно в Грузию. Да, в общем, ситуация, спасибо огромное. Ситуация такая, значит, мы... Нам они два раза заменяли зал. Вы сюда пришли для IT-конференции, сняли на 2 часа этот зал, стыд и позор. Они сначала отключили этот зал, а потом отключили всю гостиницу, чтобы мы не проводили. Вот это отключенная гостиница, это есть. Мы должны запомнить памятник не до эпохи, не до президента Порошенко, его клики и всех его бандитов, в том числе в городе Киеве, в городе Одессе. Это первое. Вторая история. Я должен возвращаться к Киеву, потому что реально у меня завтра продолжается суд. Это другая форма нашей борьбы. Но ваш посыл я понял. Мы тут создаем штаб для того, чтобы, готовиться к избавлению от Труханова, так же, как мы делаем, потому что это они в связке. Б, для того, чтобы реально готовить избирательные штабы, потому что здесь мы не можем позволить Одессе очередной раз проиграть выборы. Это не вопрос политических сил. Не вопрос политических сил вообще. Забудьте политические силы. Если Одесса еще раз окажется проигравшей, вообще будущего не будет. И реально я все сделаю. Я не шутил, когда сказал, что для меня цель нет так больших мировых целей. Там, я не хочу генсеком ООН стать или там, президентом Украины. Точно нет. Но я бы с удовольствием кем-то был в Одессе. И сейчас не собираюсь, потому что Киев надо менять. Но одновременно, когда поменяется Киев, здесь должны быть достойные люди. И этих людей мы должны все поддержать. Как их найти? Давайте вместе искать. Давайте вместе. Вот есть много людей. Вот действительно люди, которые пострадали. Вам на страницу писать Фейсбук за этих людей. И на Фейсбук, и везде. И давайте все. Люди поддаются борьбе. Вот вы совершенно правильно сказали. Вас многие друзья покинули. Но я, в конце концов, я в правительстве Грузии не назначил ни одного своего одноклассника, ни одного людей, которых там с детства знал, или однокурсника. Нет. Все люди, которыми я повел вперед, эти люди, которыми я случайно познакомился в борьбе. Не случайно. Мы познакомились в борьбе. Ты можешь человека знать с детского сада, и при первом же столкновении он сбежит и тебя сдаст. Есть люди, Денис, например, он вытащил меня через границу. Когда нам все закрыли, и мне не надо рассказывать, что Денис там такой-сякой, там это самое. Я знаю, что Бишабаша с группой одесситов, он пришли, одесситы первые пошли вперед. Абсолютно незаконной ситуации, когда надо было всех эвакуировать, потому что они нарушали законы власти. И одесситы оказались той силой, которая в тот момент пришла, сказала: Миша, идем, вот так взяли за руку и завели. И я ехал в одесском автобусе до Львова. Вот поэтому, спасибо огромное. И поэтому мы должны понимать, что одесситы способны на такие вещи. Одесситы отстояли этот город. Одесситы мега талантливый, реально талантливый народ. Это дух, знаете, Одесса была, что мне вы рассказываете, кем Одесса была, но вы же понимаете, когда-то Новый Орлеан был размером Нью-Йорка. Новый Орлеан сейчас 5 раз меньше Одессы. Ты туда приезжаешь, ты понимаешь, что когда-то это был великий город. Просто он по силу ряда причин зачах. Я не хочу, чтобы Одесса зачах. Я не хочу, чтобы говорили, что да, у нас есть оперный театр через 150 лет еще. Надо что-то другое сделать. Огромное. И все. И кстати, оперного театра может не остаться, если такими темпами продолжать уничтожить. Да, уничтожать все. Поэтому давайте вместе делать. Потому что для меня это вот я здесь в родных. Я сюда приезжаю, я реально приезжаю к себе, извините, все одесситы 5, 6, 4, 7 поколения, но у меня ощущение, что мы это, может быть, потому что Воронцов строил Тбилиси, может быть, что улица, на которой родился Тбилиси, точно выглядит как Пушкинская, может быть, а в основном потому, что люди такие же. Интересно, очень похоже на то, что здесь. И когда мы с вами вместе ездили на избирательную кампанию, я заходил в дворы центра Одессы,
Это как Тбилисские дворы. Люди абсолютно те же реакции. Не только есть итальянские дворы, но и новостройки. Абсолютно та же реакция, абсолютно та же интеллигенция, абсолютно такие же нормальные люди. Для меня это родная установка. Я себя не прощу, если мы оставим вас в заложниках вот этих. Вот этих. И поэтому давайте сражаться, давайте создавать класс, давайте идти вперед и на все полезно. Спасибо, Антон. Уважаемые друзья, секундочку внимания, останьтесь, я скажу порядок наших действий. Сейчас, обидайте. Мы собираемся 20 числа, левая половина, 15.00. Правая 16.00, 5-й загранатный, 5-й Перунского. Мы собираемся для регистрации членов КРНС. Кто не успел что-то сказать сегодня, скажите в субботу 20 числа. Правая половина зала в 16, левая 15 часов,